Сегодняшнего мастер-класса. Это тема от меня «Влияние генетики спортсмена на результаты в пауэрлифтинге и в других видах спорта». Тема от Стаса «Мифосциальный релиз как способ восстановления в пауэрлифтинге, профилактики нарушения осанки и предотвращения травм». Что касается Стаса, те, кто были у нас в прошлый раз, они знают, что у нас была проблема с подключением. Стас у нас сейчас находится в отпуске в Таиланде. Вот, там, как оно оказалось, есть некие проблемы со связью, и поэтому надеюсь, что сегодня подключиться у него удастся, но на случай, если же все-таки не получится, то у нас есть запасной вариант, то есть мы вам сделаем рассылку всего материала в тексте и в изображениях по вашим электронкам, разошлем все. Отлично. Генетики начнем. Начнем с генетики, да, конечно. Но сейчас пока что. Буквально чуть-чуть позже. Итак, правила мастер-класса. Длительность у нас идет от 1,5 до 2 часов. Запись для тех, кто остается до конца вебинара. То есть не для тех, кто, например, даже за 5 минут, если ты удалился, то сорян. Информация в открытом доступе. То есть она отсутствует, не спамить, не троллить, быть доброжелательным. Далее, для тех, кому нужно зафиксировать какую-либо информацию, то заранее подготовить бумагу и ручку. И ответы на вопросы, как я говорил в конце мастер-класса, в графе «Вопросы» в правом верхнем углу. Ну и кто будет с нами до конца, конечно же, традиционно, это будут отдельные бонусы. Так, сейчас отключу чат для максимального фокуса. То есть напоминаю, что вам чат будет не виден, но мне он будет виден. То есть всю активность в чате я наблюдаю. Напоминаю, что она мне очень нужна. Сегодня был очень напряженный день, поэтому ваша активность будет давать мне силы. Поэтому, пожалуйста, не забываем про активность в чате. Итак, теперь чат вы видеть не будете. Но опять же напоминаю, что... Я его отлично вижу и слежу за ним. Так, что же мы делаем в чате? То есть наши распознавательные знаки. То есть если тема нравится, пишем восклицательные знаки, а лучше прям так и пишем, тема нравится. Там, где нужно рассказать поподробнее, либо пишем плюсики, либо также пишем. То есть поподробнее, пожалуйста. Далее, если, например, будут вопросы, там, хотите ли... Пишем просто «хочу», то есть без всяких, без плюсиков, без ничего. Так, бонусы во время и после эфира, как я уже говорил, для тех, кто послушает вебинар до конца. И запись мастер-класса – это у нас самый основной бонус. То есть информации в общем доступе, по крайней мере, от нас ее нет и не будет. Поэтому по окончанию... То есть в течение 2 дней будет отсылаться запись мастер-класса, которая будет доступна в течение 2 дней. И, да, также в качестве бонуса это чек-лист от меня и чек-лист от Станислава Топорина. То есть какие-то некоторые моменты из вебинаров, которые будут обособлены и отправлены вам по почте. Также основной бонус. Это льготные условия на участие в нашем новом онлайн-курсе. Стал умнее, стал сильнее. И умный пауэрлифтинг от 0 до 400. Это самый главный бонус, потому что чем ближе у нас к началу курса, тем скидки у нас уменьшаются. Итак, внимание, вопрос. Кто хочет через 1 месяц самостоятельно строить свой тренировочный процесс, тратить меньше времени и денег на тренировки и добиваться поставленных целей? Как я говорил, да, именно «хочу» надо писать. Или «не хочу», или «идите нафиг». Ну, активнее, активнее. У нас здесь 78 человек, и с каждой минуты народа прибавляется, отвечает буквально 4 человека. Что там, все уснули, что ли? Давайте, давайте, давайте. Все ответят, и мы пойдем дальше. А то вы о генетике ничего не узнаете.
Ну вот, уже пошустрее, молодцы. Вас надо все время... Короче, вам без тренера вообще никуда. Точно, мне надо все время подгонять. Угроза от Белкина. Это еще не угроза. Угроза будет, если скажу, что в этом году выступать не буду. Когда сразу все расстроятся. Ну же, отвечаем, отвечаем. Пока все не ответят, дальше не идем. Человек пишет, что хочет знать все, но тренер самостоятельно не хочет. Если есть возможность заниматься хорошим тренером, но знания-то не нужны. Пишет, в принципе, очень все правильно по делу. То есть мы не пропагандируем, то есть отказ от тренера. Вот, то есть если у тебя под рукой есть хороший тренер, просто я знаю по себе, что я, может, там за всю свою, за весь свой опыт пересчитаю там на пальцах буквально хороших тренеров. Вот там, дай бог, их будет там 30 человек. Вот, а 30 человек на тысячи, и тем более они все в разных городах, то есть это нереально. Поэтому если этот один из этих тренеров вас тренирует, то вам очень повезло. Но знание – это сила, опять же, напоминаю, что все знания, которые будут выдаваться, не все тренеры. Да, это точно, не все тренеры этими знаниями располагают. Так, едем дальше. Давайте знакомиться, конечно же. Я уже узнал, кто у нас откуда, какие города представлены. Вот это раз почему-то у нас иностранных гостей. То ли они молчат, то ли не поняли по-русски мой вопрос, то ли еще что-либо. Вот. Чат не видно, все верно, так и должно быть. Я его специально отключил для максимального фокуса. Итак, кто-то пишет, что меня все знают. Отлично, если меня все знают, тогда я... Меня все знают? Отвечаем на вопрос. Сразу пишите, если нет. Если да, то я просто пролистаю слайд и все. Отлично. О, Казахстан здесь, наконец-то, ответили хоть кто-то не из России. Все, тогда я пролистываю этот слайд, раз все все знают. Это не может не радовать, конечно же. Итак, Станислав Топорин, пока у нас его здесь нет, коротко о нем расскажу. Это управляющим клубом, именно управляющим клубом, в котором я работаю. Это Олимп Сителис Фитнес. Город Железнодорожный, а точнее микрорайон Железнодорожный города Балашихи. Также он является персональным тренером у нас в тренажерном зале. Он мастер спорта по пауэрлифтингу ФПР. Прошел полный курс повышения квалификации при спортклубе МАИ с повышением квалификации тренера высшей категории. Дальше буду читать, все будет скучно на самом деле, потому что вот эту каждую регалию, извините за оговорку, я о нем... Не помню, не знаю. Вот. Ну, как бы знаю, тут не запомню всякие. Про Bootcamp TRX, например. Тут язык же сломаешь, пока выговоришь. Грамотный мужик, шарит в своем деле. Особенно, что касается реабилитации и питания. Вот, поэтому он нам нужен, мы ему нужны. Жаль, что его сейчас пока что с нами нет. Вот. Но надеюсь, он подключится, и все будет хорошо. Поэтому мы едем дальше. Вебинар у нас, каждый вебинар разный, напоминаю, разные темы, то есть мы не повторяемся. Но следующий вебинар, который будет 1 февраля, просто пока что анонсирую, ну, напомню в конце, будет 1 февраля, четвертый вебинар, он будет итоговый, как раз заключительный перед началом первого потока курса. И вот в нем мы объединим все наши знания и... Еще раз разберем, что да как применять эти знания и тому подобное. Все узнаете ближе к концу этого вебинара и ближе к началу следующего вебинара. Все подробности. Итак, для кого наш мастер-класс? Конечно же, для тех, кто не умеет составлять планы тренировок и готовится самостоятельно к соревнованиям. Если твои результаты встали, и ты не знаешь, в каком направлении двигаться.
если травмы преследуют тебя, без этого, к сожалению, пока никак, что травма – это обязательная, к сожалению, составляющая спортсмена, спортсмена-профессионала. То есть, если ты спортсмен не профессионал, то быть травмированным тебе не обязательно, травмироваться не обязательно. Вот, то есть у тебя всегда, это у профессионалов в приоритете спорт. То есть вы должны различать. Человек живет спортом, спорт для него это все. Вот, то есть если ты любитель, то не обязательно жертвовать тебе на здоровье, там, ради чего-либо, там, ради там. То есть если ты этим жить не собираешься, то я считаю, что и гробить свое здоровье, то есть ради чего-то, например, там бывает там какое-нибудь соревнование, то есть ты получил какую-нибудь там небольшую травму буквально, вот, но ты же сам должен понимать, что следующий подход – это риск, то есть сделать еще хуже. Вот, и кто-то, да я пойду, тут вопрос там в медали, не в медали. Вот, если там это вопрос там в медали там чемпионата мира IPF, там за золото, там призовое место, это одно. Если это там какой-нибудь чемпионат области там, или даже если это чемпионат мира там в какой-нибудь альтернативе, вот, если только ты там не кого-нибудь там, не знаю, там Алексей Никулина хочешь, например, выйти в категорию 82,5 там, или еще какого-нибудь из именитых спортсменов, то да. В остальных случаях лучше сняться с соревнований. Это мой личный совет. Так, далее. И если ты давно хотел потренироваться вместе с профессионалом, это, конечно же, еще не все. Еще не все. Если ты новичок также и хочешь совершить меньше ошибок в тренировках и быстрее добиться высоких результатов, ты хочешь повысить свой уровень подготовки к соревнованиям и максимально раскрыть свой потенциал. Ты тренер и хочешь повысить свой уровень знаний, что положительно скажется на твоем заработке. А тренер всегда должен повышать свою квалификацию, то есть по себе. Если расскажу, например, то у нас в клубе это даже не то, что там пожелание, не пожелание, то есть это каждый тренер обязан в нашем клубе проходить вот эти общие семинары, обучающие и по повышению квалификации. То есть век живи, век учись. Это не только применимо как бы в жизни, но и в любой сфере деятельности. Итак, и если ты хочешь знать секреты чемпионов. Так, кто она сейчас узнает впервые? Наверное, это вопрос глупый, раз все уже написали, что меня все знают. Но Станислава точно знают не все. Вот, если те, кто сегодня у нас впервые люди, то они точно о нем слышат впервые. Он у нас личность не, скажем так, не медийная и не популярная, особенно в пауэрлифтинге. То есть в фитнесе, по крайней мере, те, кто сотрудники, вот, например, Сетелис Фитнес, знают его все. Вот, но в пауэрлифтинге... Ну, как бы не то, что знают все, ну и, возможно, даже и знать не обязательно, но пока что знать не обязательно. То есть это человек, который вам будет давать кучу знаний. Поэтому нужно знать героя в лицо. Итак, история нашего пути. Кто хочет узнать, кому интересно, могу рассказать. Чего у меня все началось. Слава богу, пока еще не закончилось, надеюсь. Что по поводу вебинара касается. Быстренько отвечу на вопрос, который вылетел. Вебинар у нас будет идти 2 часа, я думаю, не меньше. Вот, точнее, ну, в среднем 2 часа, да, то есть. Короче, сидим до конца. Куда вам спешить? Вот. Во сколько пришел в спорт? Раз пишут с этого, конечно же, я хотел начать, что пришел я в 13 лет, буквально накануне своего дня рождения, за несколько месяцев, точнее, за 2,5 месяца до дня рождения, это было 16 сентября 2004 года. Пришел в зал, вот прям тянуло вообще в зал, конечно, прям очень хотелось. 2 года я туда хотел попасть, но никак не получалось. Вот, сначала был молодой, потом... Мне сказали, что запись только в начале года.
Потом казалось, ну потом я уже пришел, уже казалось, что не в начале года, а в любой там, день можешь прийти. Сейчас, грубо говоря, тебя запишут, ты можешь ходить спокойно посещать. Вот, а я-то думал, что все, то есть я этот день записи просрал, и я, короче, в полном пролете. Вот, то есть в этом пролете я и сидел, вот, то есть ждал 2014 года и пришел впервые в зал, где я впервые пожал 39 килограмм. Некоторые уже об этом знают. Да, потянул не 300, а 299 без разминки в первом подходе. Конечно же, нет. Моя первая тяга была это 95 килограмм. И присед мой был 85 килограмм. Первые соревнования мои были только лишь в 2006 году, потому что в 2005 мне выступить не получилось, а я, так как я живу в деревне, там никаких соревнований, кроме как один раз в год на 23 февраля, в принципе-то и нет. Поэтому, а накануне соревнований за 2 недели у меня был, ну, не перелом, а трещина лучевой кости, поэтому я ходил с гипсом и на соревнованиях не выступал. Нет, ну, 95 в сумо. То есть мои первые попытки были все-таки в сумо. Классику я перешел через, скажу, через сколько? Через 1,5 года я начал тянуть классики. Итак, вот посмотрел на чат, и вы меня чуть-чуть сбили. Вот, так, в 2006 году я выступил далее, то есть я дошел до КМС по результатам в зале, не на соревнованиях, то есть отмечу этот нюанс. Вот, я выступал в категории 75, и при поступлении в университет также нашел зал вот при университете, и уже там готовился, выступал в сборной университета. В 2009 году я выполнил, а нет, пардон, в 2010 году, это буквально вот в январе, начале января, это было сразу после Нового года, был чемпионат Дальнего Востока в городе Арсеньев, и там я выполнил норматив мастера спорта, ну, в принципе, сразу же с присвоением, то есть сразу же после этих соревнований, в течение 3 месяца мне пришли документы присвоения мастера спорта. Просто есть люди, кто вот выступали в ФПР, они до сих пор, ну, не знаю, сейчас уже, может быть, все нормализовалось, но было время, когда несколько лет не присваивали нормативы. То есть там двум буквально там спортсменам из региона присвоят, и остальным нет. То есть у нас куча человек, которые, блин, каждое соревнование выполняли норматив, а курочки мастера так и не получили, к сожалению. Вот. В 2011 году я перешел к другому тренеру, это Владислав Максимович Щетинин, и тут у меня уже как бы, я уже как бы считаю, 2011 год это началом именно моей спортивной карьеры, именно как карьеры. Вот. Потому что в 2012 я уже попал в сборную России юниорскую, там уже все пошло-поехало, и думаю, что вот с этого момента уже обо мне знали, стали уже узнавать. То есть стал серебряным призером чемпионата мира по юниорам, чемпионом России по классике и в экипировке по юниорам, причем абсолютно. Вот. И затем уже стал чемпионом России в классическом пауэрлифтинге среди мужчин, открытой возрастной категории, и серебряным призером. Только лишь успел стать на чемпионате России среди мужчин, то есть проиграв тогда Константину Лебедко 2,5 килограмма. Вот, стал, то есть, ну, то, что мы пефовские все регалии, и с 15 года, то есть у меня была дисквалификация, тут уже вы знаете обо мне, в принципе, я думаю, то есть все началось уже с титанов и пошло-поехало, вот, то есть после титанов, я думаю, уже обо мне знали практически все пауэрлифтеры, а через 6 дней после титанов, где я потянул 418 в секстоне. Ну, те, кто еще не успел узнать, то точно уже узнали, скажем так. Вот, то есть новость уже дошла. Высшее образование, конечно же, закончил. У меня второе так и не закончил, потому что уехал в Москву, и не получилось у меня совмещать уже с учебой, потому что у меня учеба была в Хабаровске. Вот, пытался приезжать что-то делать, но не получилось. А так, мое первое образование основное – это архитектор и дизайнер. Для многих это будет удивлением. Вот оттуда все мои инженерные фантазии и знания.
Так, что касается за Станислава, то, надеюсь, в следующем вебинаре Станислав уже будет. Вы, надеюсь, все придете, и он вам свою историю расскажет сам. Потому что из моих уст это будет не то, что неинтересно. Да, я уже немного стал подзабывать его регалии на самом деле. Вот, именно конкретно по... Именно в килограммах, по крайней мере. Итак, у кого спортивная судьба была похожа? А может быть, так же. То есть, кто начал заниматься спортлифтингом со школы, ну, скажем так, грубо говоря, с раннего детства, и занимается им по сей день. Быстренько погнали ответы в чат. Вы сами себя же задерживаете, потому что пока я активности от вас не увижу, дальше мы не пойдем. Отлично, кто-то вообще уже 16 лет. 16 лет сначала подумал, занимается, а не 16 лет. Извиняюсь. Так, конечно, занимался полгода бодибилдингом. Не 16, а занимался полгода бодибилдингом. Ну в смысле бодибилдингом просто качался, наверное. Потому что если у меня сразу бодибилдинг, это как уже как состоявшийся спортсмен, скажем так, понятие. Просто тренировался в качалке. В университете. В 11 лет даже есть люди, кто стал заниматься. У меня есть знакомый, который вообще начал заниматься 8 лет, потому что у него был и есть отец, который его тренер по сей день. Вот. То есть есть люди, которые с 8 лет даже начали заниматься пауэрлифтингом. Обычно в этом возрасте начинают заниматься олимпийскими видами спорта. Но, как оно оказалось, можно еще и пауэрлифтингом. Итак, отлично. Спасибо за активность. Пока что. Активность должна быть всегда, как я и говорил. Итак, кто хочет превзойти наши результаты? Также погнали в чат. На самом деле, нафиг заниматься спортом, если ты не хочешь быть самым крутым. Кокляев. Но Кокляева свои дела куда более важные, чем тяга и поворот, уверен. Разве что по Вилксу. По Вилксу в троеборе? Интересно. Потому что у меня сейчас в троеборе без экипировочного Вилкс считается самым большим в истории. Если меня не обманули, конечно же. Если ты начал 23 года, реально ли это сделать? Тут в зависимости будет все от генетики, конечно же, зависит, к которой мы скоро вернемся. Вот. И, конечно же, ты этого достигнешь, например, если у тебя все круто, все складывается, там, потом ты все делаешь правильно, то это просто будет не к 20, там, 7 годам, как у меня, до 26, если быть точнее, а чуть позже. Потому что если взять всю мою спортивную карьеру, которая уже длится 14 год, то из них 4 года точно полного фуфла, 3 года фуфла, но получше, и потом уже нормальные тренировки, скажем так. Так, отлично, 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 отлично. Едем дальше. Просто симпатичная фотка, точнее симпатичного кубка с несимпатичным мной. Так. Напоминаю, что мы успеем поделиться только лишь частью информации. Причина, конечно же, я думаю, всем понятна, потому что время у нас, наша трансляция, оно ограничено. Так, но, опять же, напоминаем, что мы знания вам даем, но надо также ее внедрять и уметь внедрять. То есть просто послушав, сильнее ты не станешь. Думаю, это логично, поэтому пожалуйста, применяйте ваши знания на практике. Сначала на своих учениках, ну как на подопытных, а потом уже на себе, ну чтобы как бы не жертвовать своим здоровьем. Шучу, конечно. Итак, рассмотрим реальные примеры.
моих учеников. Это Владимир и Наталья Кончаковы. Те, кто уже был у нас здесь, я уже про них рассказывал. Для новеньких специально расскажу, конечно же. Вот, пришли они ко мне в прошлом году, летом 2016 года. Оба они с огромным спортивным стажем. Это пришли они, сейчас уже, да, 10 лет получается, они уже в спорте. Именно конкретно в пауэрлифтинге. Наталья до этого еще занималась джиу-джитсу, спортивной гимнастикой. Короче, вообще просто человек-космонавт на самом деле. Вот. Изначально ко мне хотел прийти Владимир, потому что он на данный момент же мой экипировочник, и у него была цель пожать 270. Причем цель такая, она больше выглядела как заоблачная. Вот прям говорит, хочу понять, как это вообще жать 270 в экипировке. Ну, он тогда и тогда, и сейчас в категории до 90 выступает с прохождением допинг-контроля. Вот. И пришел он тогда с результатом 232,5 лучше. То, что я могу сказать по поводу его из сегодняшних результатов, то, что уже в декабре этого, ну, уже не этого года, а прошлого года, 17-го, пришел он 16-го, то есть уже позапрошлом году, извините, после Нового года еще пока что это не освоился во времени. Вот, и уже пожал в декабре 275, то есть тем самым даже перевыполнив свою мечту. То есть к ней пришел он буквально чуть больше, чем за год. То есть это реально очень круто. Вот. И Наталья тоже хотела выполнить элиту. Также в декабре, то есть они вместе и даже в один день. Вот муж и жена в один день, то есть выполнили свою мечту. Она выполнила элиту не только лишь в тяге, в сумме, там, как мечтала, но и в приседе. Вот такая примерная история про них. И еще у меня есть один веселый человек. Это Тёмка. Он же Жирный Тёмка. Хэштег Жирный Тёмка. А Тём пришел ко мне в июне 2016-го. Реально жирным же мовиком. Так, вес у него был 126. То есть почему Жирный Тёмка? Сейчас он у меня весит 90 плюс-минус. Там у него даже до 87, по-моему, вес доходил. То есть сейчас он реально сухой поджарый. Вот. Пришел он ко мне чисто с желанием выполнить мастера спорта по жиму. Но на этом как-то все не закончилось. Он только лишь выступил один раз по жиму и понял, что по жиму выступать не очень-то и весело. Решил выступить в троеборье, и все, ему прям загорелось, понравилось. По сей день выступаю в троеборье. На первых же соревнованиях он выполнил в троеборье мастера спорта норматив. Вот. И, по-моему, он даже в каждом длинном движении мастера выполняет, если я не ошибаюсь. И в сумме так вообще перебирает. И теперь мы уже движемся к следующей цели. Это звание МСМК. То есть, и вот что касается, я его еще взял, например, то есть со 126 он засушился до 90, да, то есть. И при этом он прибавил в результатах в приседе, прибавил в результатах в тяге. И в жиме я бы сказал бы не то, что прибавил, потому что там еще были некоторые нюансы, которые позволяли ему жать больше. Вот, теперь он без этих нюансов, и все как бы круто, если учитывать все показатели на сегодняшний момент. Так, вот какой у нас сейчас. Все, к чему я это говорю, то есть особенно про Кончакову, у которых стаж уже за плечами 10 лет, то, что прогрессировать и прогрессировать могут даже спортсмены с огромным стажем. То есть считающие, что они уже выжили из себя практически все, но на самом деле далеко не все. Вот, поэтому есть смысл все перелопать и все нюансы, все переосознать весь свой тренировочный процесс и сделать один шаг назад, чтобы далее сделать либо один большой, либо 10 шагов вперед. Так, почему же у них получилось, я уже наполовину раскрыл в предыдущем слайде. Потому что пришлось сделать полностью, скажем так, перезапуск.
Вот спортсмена, то есть заново перелопатить технику, то есть уйти опять на маленькие веса, осваивать технику, все время техника, 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 и только когда лишь уже из 100, 100 из 100 повторений, то есть он сейчас превращается 100 из 100 попаданий в технику, только тогда мы уже начинаем повышать. То есть мы никуда не спешим, так как результат для нас важнее. Вот. И поэтому приходится делать так. То есть, пока технику не освоишь, на веса не лезешь. Это самое важное правило. Так, и почему это работает, я уже тоже, конечно же, вам донес. Так, общий план тренировок – это целая технология. Что есть, то есть. То есть, общий план тренировок строится самого спортсмена. То есть цель тренировок – нивелирование слабых мест. То есть в зависимости от его технических огрех, от слабых, как правило, слабые места, то есть, например, там фазах и тому подобное, это все определяется техническими нюансами. То есть есть ли у тебя ошибки в технике, либо нет. Вот. И поэтому отсюда же будет строиться подсобка, то есть количество подсобки, объемы и тому подобное, то есть чтобы это все, мало того, что как бы ты и напахивал все эти объемы, но еще и успевал восстанавливаться, поэтому все должно быть рассчитано, все должно быть сбалансировано. Так, разберем по шагам. Влияние генетики спортсмена. Так, вот мы уже пришли к этой теме, которую вы так ждали. Влияние генетики спортсмена на результаты в пауэрлифтинге и в других видах спорта. Насколько важна генетика в пауэрлифтинге и какой процент успеха она составляет? Погнали в чат. Пишем свои догадки, предположения. Кто-то может знает точно. Google не подскажет точно. Какой процент? Тут, кстати, на самом деле тоже какой процент, то есть он еще должен быть в разных ситуациях. То есть какие, это же не основной фактор, то есть составляющий успеха. Вот еще есть куча остальных факторов. Если вот остальные факторы, например, там грамотный тренер, тренировки, восстановление, там у тебя жена хорошая, тебе не делает мозг, работа хорошая, начальник тоже там молодец. То есть у тебя никаких проблем нет. Вот, и все остается только лишь, вот только все ставки на генетику и сколько она может тебе дать. Это генетика. Так, кто-то пишет важно, но не определяюще. Ну, как сказать, не определяюще, это если сравнить какие-нибудь мировые результаты, то очень даже определяющие. Антропометрия, само собой. Это все тоже генетика, потому что мы с ней рождаемся. Так, для рекордов это все. Согласен. Тут прям в точку. Если, например, речь идет о болтаймах, да, например, это среди всех федераций, а не там какой-нибудь там, только федерация там открылась, где там выступил там по юношам самый первый и поставил рекорд там мировой. Понятное дело, что это все туфта. Вот. Чтобы бить олдтаймы, нужно быть реально очень генетически одаренным. Так. Начинаем по порядку. Начнем со скелетных мышц. Это крепление. Итак, смотрите. Рассказываю. Как я говорил, что еще в прошлом вебинаре, что касается про рост человека, то есть особенности, то есть роста человека в пауэрлифтинге, вот, что чем длиннее мышца, тем она сильнее. Итак, то есть почему, получается, прикрепление мышц тоже влияет. То есть, во-первых, например, возьмем ягодичную, да, мышцу, то есть которая берет свое начало от подвздошного гребня и крестца, вот, и крепится к бедренной кости. То есть логически, если рассуждать, да, то есть если какое-то есть малейшее представление о физике,
То есть чем ниже будет крепиться ягодичная к бедренной кости, тем меньше у нее будет получается, тем более выгодный рычаг силы будет, и ягодичная будет, ягодичная мышца будет легче сокращаться. То есть легче работать, и она больше будет выполнять работу более эффективно. Всем понятно, о чем я говорю? Отлично, отлично, отлично. Вот, то есть это то, то есть, о чем я говорю, то есть прикрепление сухожилий. То есть чем ниже мышца крепится, то есть она, мало того, что она прикреплена, получается, ниже, еще и сама по себе длиннее, сильнее. То есть поэтому генетически вот бывает, например, у девушек, да, вот если взять ту же ягодичную мышцу, то есть вот у кого-то высокое прикрепление, и ягодица прям реально такая круглая, вот. А есть у кого-то низкое прикрепление, и ягодичная мышца, она такая плоская. Вот, то есть именно от природы у кого-то есть круглая попа, у кого-то плоская. Как правило, это у тех, у кого ягодичная укороченная, у тех попа круглая. Вот, например, взять там какие-нибудь бразильянок, латинок и тому подобное. Вот, и... то есть, а у тех, у кого она прикреплена ниже, то есть удлинена, вот, зато тем можно, то есть, хорошую мышечную массу не раскачать. Только, только это потребует времени. Но масса будет такая вообще прям шикарная, скажем так. Вот, поэтому низкое прикрепление также ягодично будет способствовать шикарной тяге. Вот, потому что тяга – это у нас тазодоминантное упражнение. То есть нагрузка на тазобедренный сустав в нем идет максимально по отношению, например, к тому же коленному суставу. Да? Вот, поэтому в тяге это плюс, и в присте само собой плюс. Вот. То есть это у тебя преимущество над другими своими конкурентами. Опять же, мышца длинная, она сильная, но короткая, она зато будет быстрая. То есть, если, например, речь идет о легкой атлетике, то, например, для легкой атлетики у тебя преимущество. Потому что короткая мышца, она тебе будет делать быстрое короткое движение, и, соответственно, в беге, то есть у тебя будет передвижение более быстрое. Итак, длина, то, что как раз я уже затронул, то есть длина мышц. Но она также может, например, у человека одного роста, то есть одинакового роста и одинакового роста, одинаковые рычаги, да, например, пропорции. Вот, но длина мышц может быть разная. Объясняю, почему. Не потому, что даже, например, отставим, например, вопрос в плане крепления, да, сухожилия, то есть крепление все в тех же местах, но бывают такие ситуации, когда сухожилия, то есть это понятие как длина сухожилия и длина мышцы. То есть получается, вот, например, там сухожилие и мышца, например, сухожилие. Чем короче будет сухожилие, тем длиннее мышца, то есть и в обратной пропорции. Соответственно, и такие же ситуации бывают, например, по бицепсу можно определить. У кого-то, например, бицепс круглый, объемный, да, то есть он там чуть-чуть сократил, то есть у него получается расстояние вот здесь вот от предплечья до бицепса побольше, но зато прям такой шарик идет в бицепсе. Вот, то есть эта мышца укороченная. Соответственно, чем мышца, ну, сухожилие у тебя короче, мышца длиннее, ты сильнее, само собой. Потому что, опять же, напоминаю, что по физиологии, чем мышца длиннее, тем она сильнее. Поэтому это тоже вопрос генетики, то есть мы, опять же, с этим рождаемся. Итак, и далее еще состав. То есть очень важен. То есть все мы знаем, что у нас есть такое понятие, как быстрые волокна и медленные. То есть получается вот какая ситуация. То есть тоже с неким процентом тоже человек даже рождается. То есть у кого-то преобладают быстрые мышечные волокна, у кого-то преобладают медленные мышечные волокна. Вот. То есть если у тебя преобладают быстрые мышечные волокна, то само собой пауэрлифтинг, он также связан. Если брать, например, физику, да, например, там масса на ускорение, да, у нас это формула силы. Вот, то есть поэтому быстрые волокна, то есть они будут у нас сильными волокнами. Вот, то есть медленные, они у нас более выносливые. Поэтому чем больше у тебя быстрых волокон,
тем ты более сильнее. То есть, опять же, также генетически, конечно, над ними тоже есть теория, что над ними можно работать, также развивать отдельно то, прям чисто отдельно точно нельзя. Вот, но преимущественно быстрый, преимущественно медленно можно развивать. Но опять же, в процентном соотношении, то есть каким ты родился, то есть если у тебя они преобладали, то есть если у тебя, например, 90% из 100 быстрых волокон, то есть, соответственно, при тренировке быстрых волокон, то у тебя и умножаем, да, ну, то есть на этот процент сам тренировочный результат. Вот. То, что касается мышц, то есть по-русски говоря, без всяких там термин, как миофибрилы и тому подобное. Вот. Пока что все понятно. Люди, отвечаем. Отлично, отлично. Еще, ну у нас же здесь 101 человек, давайте. Ответил только лишь там человек 6-7. Быстрые волокна – это белые волокна. В пауэрлифтинге у нас получается больше рулят, конечно же, быстрые мышечные волокна. А медленные – красные, да, все верно. То есть, например, вот, просто приведу к примеру, да? То есть, например, взять меня и Артема Кабанова, который уже приводил пример. То есть, как это определить, да, когда у человека, например, быстрые волокна преобладают медленными? То есть, например, взять меня и Артема Кабанова, надеюсь, его знают здесь. Ну, даже если не знают, то, допустим, взять, например, два спортсмена, да? То есть, это есть на практике, ну, то есть, в данном случае это я и Кабанов. То есть в жиме результат у нас одинаковый, там 235-240. Так для того, чтобы мне сжать 240, мне нужно сжать 200 на 5. Вот. Чтобы сжать Кабанову 240, ему нужно сжать как минимум 200 на 8. То есть понимаем, да, разницу? То есть когда ты скоростной и когда не скоростной. Вот. То есть у меня получается и быстрее утомление наступает. Вот. Нежели у Артема. Ага, отлично. Примерно понятно, да, сравнение? То есть сам пример. То есть в чем разница? То есть от этого и зависит. И поэтому вот эти все таблицы, которые сделаны, например, там соотношение там часорабочего веса к повторениям, и сколько у тебя будет максимум, то есть оно будет неверным, потому что у каждого генетика своя. Кто-то скоростной, кто-то не скоростной, кто-то более выносливый. У кого-то там усредненное значение. Вот, поэтому тут вообще как пальцем в небо на самом деле. Ну, не совсем пальцем в небо, то есть около что-то можно угадать, вот, но прям точное значение здесь не высчитать. Но одна так, из методик узнать, какие быстрые, какие медленные, это сдать анализ на биопсию. Вот, это не очень, конечно. Да, вот есть кто-то пишет, что у Головинского учитывается более-менее соотношение силы и выносливости. У него, кстати, да, у Димы есть таблицы, вот, и есть для скоростных. Есть для скоростных, и есть, так скажем так, для медленных, в кавычках. Вот, то есть можно по этим таблицам у Головинского, в принципе, примерно прикинуть. Вот, у кого больше скоростные преобладают, у кого нет. На самом деле узнать об этом, то есть, ну, даже когда ты уже узнаешь об этом, в принципе, ничего уже не изменится. Итак, антропометрия и пропорции. Это, я думаю, все понимают, то есть, почему это решающий фактор. Потому что, если брать, например, ту же тягу, все мы знаем, кто тянет, при какой антропометрии, какой не тянет. То есть, антропометрия тягуна – это короткий корпус, длинные ноги и, как правило, длинные руки. Так, опять же, все, смотрю на чат. Итак, смотрим, например,
Есть у нас, например, порлитеры, да, которые... Вот можно их, например, разбить на категории. Это те, кто преобладают хорошим жимом, хорошим приседом и хорошей тягой, хорошим приседом. Либо хреновым приседом, хреновым жимом и хорошей тягой. Я думаю, все с такими спортсменами сталкивались. То есть есть вот тягун чисто, но ни приседа, ни жима у него нет. Бывают такие тягуны, когда еще жим нормальный. И бывают тягуны, у которых еще присед нормальный, кто умеет присед тренировать. Но, как правило, вот присед-тяга. Самое распространенное. Присед-тяга и присед-жим. Вот, то есть почему так? Получается, люди, обладающие, ну, скажем так, относительно укороченными конечностями, это укороченные ноги, укороченные руки. Вот, потому что, как правило, если руки, точнее, ноги короткие, то и руки короткие. Редко бывают типы с короткими ногами, но длинными руками. Но, поверьте, они бывают, я их видел. Таких людей для тяги вообще шикарный вариант. То есть вообще редкий тип антропометрии, когда короткие руки, но корпус укороченный. Вот, то есть расстояние между нижним ребром и подвздошным гребнем, то есть оно вообще буквально минимальное. Вот. И те люди тянут дофига. Но, к сожалению, при такой генетике почему-то дальше они идти не хотят. Вот, то есть не все реально генетически талантливые спортсмены доходят до конца в спорте. То есть многие сдаются, многим это неинтересно становится, либо просто, не знаю, не хватает терпения, не хватает силы воли, цели не хватает. Если ему чего-то не хватало, значит, может быть, оно и к лучшему, потому что помимо генетики, то есть генетики именно физиологические, психологически спортсмен должен быть силен и подготовлен. Поэтому если он ушел, значит, в психологии что-то не то. Итак, то есть в приседе короткие ноги нам дают короткие рычаги, то есть короткое движение и, что самое важное, прямой корпус. То есть завала корпуса у нас нет, потому что он удлинен, а ноги, ну, корпус удлинен, а ноги укорочены. Поэтому и амплитуда, соответственно, суставов у нас короткая. Не только лишь движение само по себе такое, как бы короткое, то, что всегда используют как понятие амплитуда. Ну, то есть не только короткая амплитуда, но и движение в суставах. Вот, оно минимальное. Поэтому присед у нас получается самым результативным по отношению, например, к тяге, да, например, в трейболе. Вот. И, соответственно, короткие руки также позволяют хорошо сжать. Вот. И помимо того, что еще и сжать хорошо позволяют, вот, еще и также удлиненный корпус позволяет хорошо мастить. Еще такой есть нюанс. И поэтому, а уже к тяге получается все наоборот. Вот, когда мышцы, то есть ноги короткие, мышцы, соответственно, у тебя укорочены, а у нас активно работает задняя поверхность бедра, ягодицы в тяге, руки у тебя укорочены, то есть тебе приходится там либо спину складывать сильно, либо там из глубокого подседа снимать. Ну, то есть делать съем в тяге, и поэтому получается, что тяга вообще никакая. Да, даже если посмотреть на технику, то есть там очень сложно построить технику, но возможно. Вот оптимально. Но, как правило, это получается так себе. Вот. Как правило, вот кто-то пишет там, например, экипировочные результаты. Для этого, ну, они не очень, скажем так, объективны, потому что экипировка в приседе, полная экипировка комбез-тяга, комбез-присед дает намного больше прибавку, чем чисто один комбез в тяге. Бывает такое, что комбез-тяги ничего не дают. Вот, поэтому, а в тяге, например, да, то есть тяга, антропометрия, ноги длинные, мышцы длинные. Чем мышцы длиннее, тем они сильнее. Это раз. Руки длинные, короткий корпус, то есть короткий рычаг. Вот, соответственно, с коротким выгодным рычагом корпусу легче распрямляться, при том, что он еще и короче, то есть рычаг силы короче, а мышцы длиннее. То есть это в разы упрощает задачу. Далее длинные руки также компенсируют углы оптимальные. То есть, по-вашему, это амплитуда, скажем так, движение, амплитуда прохождения снаряда. И вот вуаля, то есть и получается, что человек тянет дофига.
Вот и все. То есть вот такие вот, например, то, что касается антропометрии. Бывают случаи еще с укороченной голенью, например, как правило, это у девушек встречается. Вот, то есть короткой голенью это также. Короткая голень это принцип хорошей тяги, если ты будешь тянуть, конечно же, в сумму, что пласки будут полная ерунда получаться. Поэтому с укороченной голенью, то есть ты будешь находиться ниже к снаряду. Вот, и поэтому здесь тяга тоже довольно-таки получится успешной. И короткая голень, например, в легкой атлетике, если так прикинуть, то это тоже, то есть, например, говорить не только о пауэрлифтинге. Вот, что короткая голень – это длинное бедро сразу автоматом, чем, то есть, а у нас длина бедра определяет, то есть, длину шага, да, например, при разбеге. Вот, поэтому при той же амплитуде в тазобедренном суставе шаг будет более длинным. То есть, например, в беге это очень круто. Так, но опять же напоминаю, что при короткой голени тяжело будет подогнать присед, но все возможно. Вот, и была у меня статья по этому поводу, то есть не нужно бояться уводить колени за мыски, вот, то есть ничего страшного в этом нет. И штангу класть повыше, чтобы минимализировать завал корпуса и минимализировать также завал колена вперед. Так, это то, что касается антропометрии. То есть здесь всем все понятно, да? Да, то, что у девчонок короткая голень часто распространяется, да, я это уже говорил, причем очень часто. Там 50% случаев точно. Отлично, отлично. Еще быстренько отвечаем. Давайте еще 10 человек хотя бы. 10 человек плюсиков поставьте, то уж, пожалуйста. Или хоть, даже если минусиков. Главное, что вы меня слушаете, я буду знать. Отлично, отлично, отлично. Все окей, это прям как это, как жирная точка. Все отлично, едем дальше. Итак, примеры в спорте, да, то, что я как раз вам уже говорил. Вот. Итак, например, вот в спорте, да, например, когда я сравнил себя и Кабанова, также в спорте, например, какие антропометрии лучше? То есть применяется, например, короткая голень, да, легкой атлетики, очень выгодно. Итак, например, ну не говоря уже, например, про рост, это тоже можно также отнести к антропометрии и пропорциям, то, что я писал. То есть чем выше рост, это также, тем более длинные мышцы. Вот, чем длиннее мышцы, тем они более сильные, опять же, при более длинных мышцах мы можем достичь более толстую, скажем так, поперечину, да, мышечную. Вот. А у нас чем толще поперечина мышечная, то есть в поперечном сечении, вот, те мышцы также сильнее. Итак, какие еще, например, можно привести примеры в спорте? То есть, например, как можно по своей также генетике, например, в какой вид спорта себя, например, отнести, да, например, больше. Например, если у тебя преобладает медленная мышечная волокна, ты более вынослив. Вот. Ну, там сразу, например, там в биатлон, да, я не скажу, конечно же, пойти. Вот, например, если идет вопрос, например, у нас, например, теперь как и легкая атлетика стал пауэрлифтинг, например, есть короткие дистанции, например, легкая атлетика, да, например, там 100-200, вот, и есть длинные там дистанции, то есть, например, там все эти марафонские забеги, например, там 40 километров, там, точнее не 40, а 40 там с чем-то с копеечкой, если быть верным, вот, там меньше, больше, вот, и, соответственно, те, у кого будет присутствовать быстрые мышечные волокна, само собой, тебе нужно бежать 100-метровку и 200 метров, то есть те, у кого медленные, вот, тем нужно бежать, соответственно, марафонские забеги, то есть более длинные дистанции. То же самое в пауэрлифтинге, да, у нас теперь уже появился народный жим лежа. Вот, это, наверное, как раз для тех, у кого преобладают медленные мышечные волокна. Вот, то есть для меня, например, сотку пожать на 50 раз, это, наверное, будет скорее мучение, блин. Если я еще пожму, вот. А для кого-то, например, при жиме, например, 200, да меньше, чем у меня там на 50, а может быть, на 60 кто-то пожмет. Вот, то есть, опять же, такие же сравнения. Вот, поэтому нужно разделять, да, например, быстрых спортсменов и выносливых спортсменов. Вот.
также и в антропометрии, да, то есть что кому, вот, что более предпочтительней. Вот, может, кому-то, например, с антропометрией не обязательно, например, идти. Вот у меня, например, есть, да, человек, он занимался футболом, но иногда тоже занимается футболом, то есть играет с командой на каких-то там своих там мини-организованных турнирах. Вот, то есть занимался футболом, и его просили выступать по легкой атлетике. Вот, он сотку пробегал там за 11 секунд, там даже, по-моему, плюс-минус. Вот, при том, что он не занимался легкой атлетикой. Вот, и вот у него как раз таки короткая голень, я вам скажу. Вот, то есть не только лишь в теории, но и в практике. Просто я сейчас до этого не задумывался, я сейчас задумался. Вот, то есть почему он быстро бегает. Пока что в результатах пауэрлифтинга у него, ну, невысоки, то есть на уровне первого разряда. Вот, но он пока только начал свой путь, тренируется, у него все постепенно, но получается. Вот, и тут как раз таки фраза, да, была «сломать свою генетику». Вот, скорее там, если будешь пробовать сломать свою генетику, больше сломаешь свою технику, а потом и самого себя. Так, насколько она звучит теперь мотивирующе, скажем так. Вот. Кто что скажет, будете дальше применять эту фразу, что генетику можно сломать, что что-то можно сделать. Люди, что скажете по этому поводу? Можно ли сломать свою генетику? Можно. Каким образом можно сломать свою генетику? Например, если ты родился с короткой голенью и не можешь много приседать, ты пойдешь к хирургу и сделаешь удлинение кости аппарата Мализарова, это решение проблемы. Адаптировать. То есть люди, например, да? Адаптация. Вы понимаете, что вы говорите про адаптацию, так как про эволюцию. То есть, например, чтобы обезьяна превратилась в человека, это сколько, получается, потребовалось времени? То же самое и в адаптации. То есть тут выше головы не прыгнешь. То есть какой-то будет предел в любом случае. Если бы генетика не была бы решающим фактором, вот, то все бы, в принципе, поднимали бы плюс-минус то же самое. Например, же много спортсменов занимаются у одного тренера. То есть, но почему-то разница в результатах колоссальная. Кто-то чемпион мира там, и рекордсмен мира, а кто-то там, дай бог, там областные соревнования выиграет и уже радуется. Найти сильные стороны, да, конечно же, важно. То есть я и не говорю, то есть поэтому я и сказал, что есть, например, тягуны. То есть если, например, брать трейборе, то ты будешь делать упор на тягу, то есть все свои ставки у тебя будут к тяге уже, потому что ты будешь, вот, например, как Кайлер Уоллен, да, например, он собрал там 900 с копейками, а потянул 421, то есть он, грубо говоря, половину своей суммы потянул. Вот, и при этом у него хорошая очень сумма получилась. Ну вот, и хотя если так разобрать, например, его присед, что он там на уровне мастера спорта там, дай бог бы, вот, уже имя там уже он более-менее хорош, вот, и тяга вообще полностью все накрыл, вот тебе и вуаля. То есть, если, например, по нормативам, то он перевыполнил норматив элиты более чем. Вот все попытки, кстати, по поводу... Все попытки пойти против генетики, как правило, кроме как к серьезным травмам, ни к чему не привели. Вот, то есть это тоже нужно понимать. Так, тут сейчас самая важная тема. Любимый вопрос многих. А как же фарма? Это же у нас таблетка и панацея от всего. Плохая генетика будет хорошая. Такая прям залитая генетика. Вот, тут и пишет фармачмо. Фарма, могу сказать, она вообще не то, что мало чего решает. Она на самом деле-то ничего не решает. То есть, если бы все было, дело было бы в фарме, то у нас бы уже американцы бы давно бы делали бы. И в хвост, и в гриву бы гоняли. Но пока что, я уверен, что так и будет, и останется по сей день. То есть, Россия будет на верхних строчках пьедестала в пауэрлифтинге. Вот, то есть, не знаю, там, понятно, что у каждого это...
индивидуальная прибавка будет от применения всякой вот этой вот ерунды, скажем так. Вот. Прибавка будет, но она ничего не компенсирует на самом деле. Потому что если бы все решала бы фарма, вот, то выиграл бы тот бы, кто больше ее, скажем так, употреблял. Вот. И не зря, да, например, пишут, если это, например, собрать всю фарму в мире, например, и отдать там человеку, который обладает вообще, там, не знаю, и тренируется, хрен пойми как, и генетика не обладает, вот, то, ну, если исключить вариант, что он просто, например, сдохнет, да, от такого количества, то, в принципе, ничего он и не достигнет, и не приблизится даже к тем результатам. Вот, то есть, ну, прибавка там будет 10% твоей натуральной формы, и что? Когда, например, есть люди, которые поднимают 2 в 3 раза больше тебя. Вот и все. Поэтому, что касается вот фармы, вес, генетика, кто на что ставит, кстати, давайте в чате этот вопрос обсудим. То, что думает. То есть пишем первое значение и через слэш, например, там. Процент, какой процент, например, из 100%, например, там фарма 50 на 50, например, там, да, генетика и фарма, например, если брать отдельный процент. То есть кто как разобьет? Пишем. 20 на 80. Генетика 8, фарма 20, генетика 8%. Но это уже лучше. 70 на 30. Я бы скорее бы, да, написал, кто-то пишет, типа, фарм 10%. Я думаю, где-то так и получится на самом деле. Край 20. Поэтому вообще не надейтесь, что вот сейчас вот фарма, и все, она прям все зарешает, все решит. Вот. То есть, если есть какие-то травмы, то да, возможно, где-то она поможет при лечении. Вот. А где-то, как правило, она помогает лишь только для появления лишних травм, потому что мышцы у нас становятся сильнее, вот, а сухожилия и фасции у нас крепче не становятся. Поэтому все запросто отрывается, отлетает, как нефиг делать. Вот, поэтому это как мы все равно, что, например, тюнингуем автомобиль, да, например, двигатель с алюминиевым блоком без гильзовки, скажем так. Вот. Ставим туда турбину, там нахрен знает сколько атмосферы, пытаемся из нее качнуть побольше, нифига ничего. Мало того, что еще и коробка не держит, например, крутящий момент, еще и двигатель сгорает. Вот и все. То есть у организма есть свой лимит в любом случае, поэтому его лучше стараться не превышать. Итак, так что теперь делать-то со всем этим? Вот, если ты, например, генетика не то, у тебя все не так, все не эдак. Вот. Как я уже сказал, то есть у каждого нужно искать свои сильные стороны. То есть если тебе тянуть не дано, скажем так, много, то тебе дано жать и приседать. Вот, либо просто жать, либо просто приседать. То есть всегда можно нивелировать свои слабые места сильными сторонами. То есть у нас троеборье, и троеборье строится из суммы 3 упражнений, а не одного. Поэтому тут как бы точно расстраиваться не стоит. И опять же, в случае, также, например, генетики, если речь идет просто, например, ну, о спорте в целом, да, например, вот, то есть кто-то хочет стать профессионалом, кто-то не хочет стать профессионалом. То есть для любителя и для фаната своего спорта, вот, то есть для фаната пауэрлифтинга, в принципе, то есть ты занимаешься, показываешь результаты, прогрессируешь, тебе приятно, уже хорошо. Вот, если тебе, например, цель стать рекордсменом мира, то есть настоящим рекордсменом мира. Вот тут, конечно же, без генетики никуда. Вот. Если ты реально хоть как-то понимаешь, что она хотела еще, кстати, сказать, что короткая голень пока из головы не вылетела. То есть при короткой голени идет большая нагрузка на коленный сустав, то, что касается приседа. Вот, потому что, во-первых, и большой рычаг силы, то есть получается у нас когда в приседе у нас же, то есть получается функция квадрицепса разгибать голень, то есть это при одной опоре, а если мы когда стоим, то есть в приседе, то есть она у нас разгибает квадрицепс, квадрицепс разгибает у нас бедро. Вот, а так как у нас голень короче, а бедро длиннее, то есть и рычаг силы больше,
То есть и нагрузка на колени у нас будет выше, на сустав. Вот, то есть мышца будет длиннее, да, то есть она будет вывозить нагрузку, то есть компенсировать, длина мышцы будет компенсировать длину голени. Но сустав ничто не компенсирует, поэтому это тоже, то есть нужно быть здесь аккуратным. Аккуратным, и поэтому я говорю то, что не нужно пытаться перепрыгнуть, то есть выше головы, оценивать себя объективно и объективно оценивать то есть свой организм, свое здоровье. Поэтому я всегда говорю то, что по поводу и планов, то есть в процентовке, то есть никто не знает, что будет завтра, поэтому нужно всегда смотреть за самочувствием, то есть следить. Вот, когда-то ты там лучше восстановлен, то есть лучше поспал, лучше поел, то есть никаких проблем там в течение суток не было иногда. Бывают такие вот напряженные дни, и физически, и морально напряженные. Вот, поэтому нужно всегда тренироваться по самочувствию, чувствовать свой организм, и тем самым у нас получится сохранить свое здоровье намного лучше. И итоги. То есть, как что, кто что усвоил для себя из этого? Было ли интересно? Было ли скучно? Кто-то расстроился, кто-то обрадовался. Кто что скажет по этому поводу? Чего ты, блин? Когда еще вебинар? Еще раз напоминаю, следующий вебинар будет 1 февраля, то есть уже через, сколько там, через полторы недели. Вся как бы суть этого, этой темы, еще раз, да, то есть итог свой подведу, что вот эта вот фраза «поломай свою генетику», нифига ты генетику не поломаешь, еще раз. Вот это раз, то есть не генетику поломаешь, а себя поломаешь. Вот. И тоже важно знать, что все должны понимать, что если, например, человек показывает запредельный результат, например, тот же Сарычев, да, Кирилл, вот, это не значит, что если, например, человек при его там весе росте, например, жмет там 200 килограмм, а Сарычев жмет 335, то он просто сожрал больше фарма, вот и все. Это полный бред, просто кому-то это дано, кому-то меньше дано, кому-то вообще не дано. То есть это каждый человек должен различать. То есть дело не в фарме, а дело в таланте, скажем так. То есть талант я подразумеваю как генетику. Вот на самом деле генетика это не... Генетика без психологии, я могу сказать, это ничто, знаете, как это... Как говорится, пиво без водки, деньги на ветер. Вот. В принципе, то же самое и с генетикой. То есть, если человек силен физически, но слаб духовно и морально, да, например, то есть психология у него на уровне, там, не знаю, маленького котенка, который боится всего, а есть такие реально люди, которые готовы там на 300 килограмм, но боятся подойти к 200, то есть таким спортсменам тоже делать нечего. То есть... психология реально работает намного сложнее, вот, чем с самой физиологией человека. Итак, что касается Стаса, к сожалению, у нас Станислав так и не смог подключиться, как вы уже поняли. Поэтому вся его тема и раздатка будет вам разослана на почту. Поэтому извиняемся за... состыковочку такую. Вот. Тема реально очень интересная. Вот, помимо официальный релиз. То есть, как за счет него можно восстанавливаться и регулировать свою осанку. То есть, и исправить осанку. Поэтому я этот сейчас его слайды пролистаю. Как тема его. Вот так тоже говорить нельзя, вот сейчас пишет, да, пишет, что главное, чтобы меня слушали, типа, ты звезда этого вебинара. На самом деле здесь нет ни звезд, ничего. То есть, есть люди, которые, скажем так, лекторы, для кого-то
Мы станем учителями, скажем так. Вот. Так, секундочку, тут подвисает у нас презентация. Вот, поэтому у нас здесь все как бы в равных условиях, то есть учитель есть учитель, то есть лектор есть лектор. Это как бы в пауэрлифтинге, да, то есть именно как спортсмен я выше по статусу по званию, но здесь мы все равны. Так, сейчас секундочку, извиняюсь, сейчас как только мне удастся пролистать все слайды. Ты тоже листаешь, что ли, слайды? У меня просто все виснет из-за этого. Тогда этот... Сам, да, тогда пролистаешь, и я начну. Так, сейчас ждем, пока слайды пролистаются, и мы продолжим. Тут на самом деле, если есть сосуды, есть проблемы с сосудами головы, это тоже как бы на самом деле. Все, что касается с головой, это дело не шуточное. Тут уже, как скажет врач, то есть по результатам там, томографии, по-моему, МРТ головного мозга и тому подобное. То есть тут как бы я на самом деле не советчик, и такие серьезные как бы советы, решения, это тоже. То есть не позволю себе давать такие советы, скажем так. Вот, то есть есть, конечно же, препараты, которые, если проблема с сосудами, скорее всего, это сужение сосудов головного мозга. Вот, есть, конечно, препараты, которые их расширяют, но это, блин, тем не менее, это не выход из положения. Потому что любые силовые виды спорта подразумевают высокое артериальное давление не только лишь вообще во время тренировки, но и оно у тебя как бы на время вообще как подготовки, на время тренировок, оно у тебя стабильно выше, чем обычно. Так, итак, продолжим. Конечно же, бывают уникальные результаты, а бывают и нет. Это тоже как раз-таки то, что касается генетики и психологии, вот, но также и касается тренировочного подхода, да, то есть, например, взять меня, когда я, например, до 2011 года, например, вот, и после этого, то есть, кем я был и кем я стал. Генетика у меня была, все у меня было, то есть, я занимался, грубо говоря, сам, я рос, прогрессировал, дошел до мастера спорта, там мне немного не хватало до МСМК, ну, а дальше-то что? Вот, то есть все, я прям встал и никуда двигаться не мог. Вот, то есть не то, что не мог, мне не получалось. Вот, то есть до той поры, пока я не сменил тренера, и, соответственно, весь тренировочный процесс у меня не изменился. Вот, то есть лишь только тогда, да, только получается, ну, тут как бы получается секрет успеха, да, как бы формула, вот, к которой мы чуть позже перейдем. То есть помимо генетики и психологии, вот, нужен также, то есть тренировочный подход грамотный. Значит, как его реализировать, да, твой потенциал. То есть, ну, ты его, в принципе, не реализуешь. То есть, либо ты при попытке там куда-нибудь залезть на веса, что-то попробовать новое, либо поломаешься, опять же. Вот. Либо просто у тебя, в принципе, на самом деле ничего не получится. Тут поэтому вопрос реализации всегда стоит, и он всегда актуален. То есть, блин, я вот прям реально чувствовал, что даже когда Дима Спиридонов говорил, то, что я чувствую все потенциал, но не могу его как-то, блин, получается, раскрыть, то есть что-то не даю. Вот поэтому грамотный тренировочный процесс – это основа основ. Это своя генетика, и ты можешь реально там весь день дома присидеть и даже и не знать о том, что у тебя есть реально крутая генетика. Так, наше преимущество в чем? То есть преимущество нашего курса.
То есть в том, что у нас подход абсолютно комплексный. То есть мы не только лишь разбираем, то есть тренировочный процесс, да, например, то есть мы даем полностью все, и профилактику от травм, и техника, то есть техника подбирается, то есть методика подбора техники под каждого спортсмена, то есть при разных антропометриях. Вот, то есть подборка самого тренировочного плана, то есть в зависимости, так же, как я говорил, да, то есть план будет меняться от количества подсобок и от самой подсобки. Вот, потому что ее же нужно применять, да, то есть вставлять, или, как сказать, имплантировать вот в тренировочный процесс. И поэтому от этого у нас и будет, то есть как бы варьируется сам тренировочный план. Вот, поэтому уже слово паразит, поэтому. Просто сказать, что мы учитываемся нюансы, вот, и показываем, как они применяются, то есть как они применимы на тебе, как применимы на учениках, как следить за всеми нюансами, аспектами техническими. То есть, соответственно, если ты будешь заниматься самостоятельно, то тебе приходится отслеживать это по своим видео. То есть под какими ракурсами нужно, соответственно, это видео снимать, на что смотреть, на что обращать внимание, на какие нюансы, на какие-то бывают, помимо того, что, например, углы, не углы стартового положения, есть такое ощущение, как компенсации. Вот, то есть исключать компенсации, например, например, в тяге, да, например, когда мы тянем, то есть мы должны полностью расслаблять те мышцы, которые у нас не должны участвовать в работе, то есть с целью сохранения энергии, скажем так, вот, так как у нас все идет по, ну, то есть за счет работы нейромышечной связи, то есть чем меньше мы включаем мышцы работы, тем у нас нейромышечная связь более крепкая. Вот, то есть все равно, что мы подключаем либо там к одной батарейке одну лампочку, либо 10, да, то есть одна лампочка будет гореть ярче, чем 10 остальные. То есть поэтому нам целесообразнее все контролировать, избавляться от ненужной компенсации. То есть, например, в тяге не втягивать плечи, то есть и забирая амплитуду и энергию, раз. Во-вторых, например, также и там с бицепсом, схватом и тому подобное. То есть мы ни на что компенсироваться не должны, поэтому как это все определять и тому подобное, это все у нас рассказывается, то есть все нюансы, все мелочи, все продумано. Так, что же делать новичку? Для новичка, конечно же, у нас это, то есть новичку, скажем так, повезло, потому что, как правило, опытные спортсмены, вот, они уже у нас опытные. Почему? Потому что у них уже и травм за плечами немалое количество, скажем так. Вот, поэтому новичку в этом плане, да, то есть если новичок приобретает этот курс, то есть у него риск получить травму настолько минимальный реально, потому что даже та же тема, да, миофасциального релиза, да, который должен был рассказать Стас, вот, но вы не узнаете чуть позже, когда вам придет раздатка на ваши электронные почты. То есть она позволяет реально настолько минимализировать, то есть риск травматизации, потому что как раз я о чем и говорил, то есть про компенсацию, то есть именно из-за компенсации у нас, как правило, травмы возникают, то есть особенно в обычной бытовой жизни. Вот, то есть, например, сколиоз, да, например, когда одна часть у тебя находится в гипертонусе, другая растянута. То есть все мышцы, которые укорочены, да, то есть они, как правило, и всегда, то есть в состоянии около спазма, то есть, скажем так, находятся, то есть на грани спазма. Вот, и поэтому эти мышцы, они очень быстро травмируются. Вот, либо отключаются и, например, то есть выключаются из работы. И из-за этого, то есть другие мышцы, например, агонисты, вот, то есть схожие по функции, начинают брать эту работу на себя. И тем самым, например, получается из-за того, что они выполняют работу не только свою, но и другой мышцы, вот, то они, получается, либо гробят себя, либо, например, сустав, который рядом располагающийся. То есть, например, если квадрицепс, например, да, прямая мышца бедра берет нагрузку то есть место подвздошно-поясничной мышцы, то есть также сгибает бедро, да, например, вот, то вот как у меня, например, в моем случае, то начинает давать в колено, то есть, вот, то есть не обязательно нужно убить колено, там, заработать атрос, либо каким-то надрыв, либо растяжение связок, либо там шатать свои мениски, вот, чтобы ощутить именно боль в коленях. Вот это лишь только отвлечение воздушно-поясничной мышцы. Вот и все.
То есть настолько все реально сложно, и поэтому миофасциальный релиз и там все тому подобное, то есть все, что касается профилактики и реабилитации, вот, оно очень пригодится, и для новичка это будет очень кстати. Потому что когда ты уже знаешь, то есть ошибки, да, и когда ты свеж, молод и без травм, то есть тебе расти, прогрессировать намного лучше, чем человек, который уже есть травмы и уже от них поздно избавляться. Только ты лишь можешь, то есть погасить симптомы, да, например, там, сделать боль меньше, либо там на какое-то время, например, там, блокадами ее убрать, вот. Но если у тебя есть, например, какие-то уже дегенеративные изменения, например, в суставах, либо еще где-либо, то есть они у тебя уже останутся, да, либо какое-нибудь нужно будет операбельное вмешательство. Вот. Но опять же, операция – это уже опять долгий период реабилитации, и не всегда, даже врачи говорят, то, что не всегда есть вероятность, что получится вернуться в спорт. Поэтому тут как бы в этом плане новичок у нас преимущество, да, то есть если он обладает знаниями, если он будет обладать знаниями, вот, то риск получить травмы и достичь наивысших результатов у него максимальный. Итак, зачем мы вас хотим обучить? Итак, потому что, во-первых, мне уже достали сообщения, вот, которые все время мне валятся в личку, благо я еще закрыл. Вот. От, чтобы, скажем так, меня не называли письмами и не говорили, что я там офигел и зазвездился и тому подобное. И никому не отвечая на письма, опять же, не отвечая на письма тех людей, которых я как бы да и не знаю, и в первый раз слышу и вижу. Вот, то есть, это первая причина, то есть, потому что я устал, как бы, вот, либо отвечать всем, либо быть должен всем, это раз. Во-вторых, я понимаю из этого то, что людям реально не хватает знаний, то есть не хватает грамотных тренеров, которые их вели бы к их цели. Вот, поэтому мне проще либо научить спортсмена, то есть, да, например, как я сейчас занимаюсь самостоятельно, либо заниматься самому, либо из спортсменов, либо воспитать как бы за счет этого из спортсменов, либо каких-нибудь новичков, например, тренеров. Вот, то есть, если у него есть какие-то тренерские задатки, просто лишь не хватает знаний, вот, то эти знания он приобретет, также будет помогать другим людям. Вот, то есть, тем самым я и себя разгружу, и еще других, например, да, там своих коллег, спортсменов, то есть, которых тоже также завалил письмами. То есть это самая главная причина. И, конечно же, знанием надо обязательно делиться. Вот. Хочется, конечно, чтобы, так как у нас курс, по крайней мере, сейчас направлен на только лишь на русскоязычных, чтобы все русскоговорящие люди были сильнее, чем не русскоговорящие, скажем так. Вот. Поэтому мы боремся за здоровую, сильную нацию. Это тоже хотелось бы отметить. Так, чтобы информация была правильной и доступной. Вот, то есть нам пришлось реально много перелопатить, много убрать лишнего, добавить реально необходимого. Сейчас чуть-чуть с мыслями соберусь. Немного подустал за весь день. За что извиняюсь. Так, да, потому что, например, смотрите, информация должна быть правильной и доступной. У нас много куча доступной информации в интернете. Вот. То есть там гуглы, спортсвики у нас есть, тот же там элементарный, например, та же элементарная Википедия, да. Вот, то есть куча информации, а из них, извините меня за слово, говна-то реально примерно столько же, сколько и самой информации. То есть информацию нужно уметь фильтровать. Вот, фильтровать ее сможет лишь только человек, который эту информацию реально знает. Вот, а не тот, который ищет, но хочет о ней узнать. Вот, поэтому, да, вот как вот пишут, либо какая-нибудь вода, либо, соответственно, просто какая-нибудь ложная информация. Поэтому мы все отфильтровали, все скомпоновали, комплексно сделали и, соответственно, готовы ее
вам выдать. Итак, немного глупый вопрос, но тем не менее вопрос. Что же вам выбрать, тренажерный зал или онлайн-обучение? Вот, соответственно, конечно же, без тренажерного зала нам никуда. Вот, то есть это, скажем так, наш холст, можно так сказать, если мы были бы художником. Вот, то есть нам нужно где-то заниматься, соответственно, и идти к нашей цели. То есть без тренажерки мы никуда. Вот. Но вопрос поставлен скорее именно выбор не между залом, а между персональными тренировками и онлайн-обучением. Вот, то есть, что выгодно, что лучше и тому подобное. Вот, то есть, конечно же, без тренажерного зала никуда, вот, но она, вот, что и есть, например, в слайде, да, то есть, одна персональная тренировка, она длится час, да, то есть, мы спортсмены-пауэрлифтеры, сколько мы занимаемся в среднем, у нас, скажем так, грубо говоря, вот длится час между подходами. Вот, за одну персональную тренировку, всю полноценную тренировку пауэрлифтерскую мы, соответственно же, не разберем, то есть, нам нужно около 3 часов. Времени. То есть у меня бывало и до 4 часов. Да, если, например, ты экипировочник, то у тебя автоматически еще больше времени занимает твоя тренировка. Вот. То есть пока размяться, пока отдохнуть, пока одеть, снять, намотаться и тому подобное, вот тебе и все это время. То есть пролетает незаметно. Поэтому персоналка, то есть в этом случае не подходит. Например, стоимость персоналки, ну, например, да, вот у меня по прайсу, как у меня и у моих коллег, например, 2500. Вот, но за 1 час, что мы там сделаем разминку приседа, да, например, ну, например, экипировочный присед, ну, это, то есть, получается, что фигня, да, и, соответственно, и невыгодно, это и мне, соответственно, да, невыгодно, и мне, соответственно, нецелесообразно, и будет стрёмно, например, да, то есть, взять человека деньги за, там, за половину приседа, да, например, делать, поэтому я сейчас, например, иду в группу, да, например, вот, и делаю скидку спортсменам. Вот, то есть веду группы, чтобы, например, ко мне пришло 10-11 человек, то есть сразу занимается, например, за 3-4 часа, да, которые я им посвящаю. Вот, и мне проще, и им проще, и я доволен, и они довольны, то есть все рады, и в этом плане, то есть мы выигрываем. Поэтому, соответственно, речь идет сейчас о тех людях, которые не могут у меня заниматься, вот, либо заниматься у других людей, которые бы хотели, например, да, то есть не бывает не то, что не в этом городе живешь, но и не в той стране. Вот, поэтому единственное решение – это онлайн-обучение. Опять же, не онлайн-тренировки, потому что онлайн-тренировки я не признаю. То есть, признаю только лишь в том формате, если ты реально очень ответственный человек. Вот, то есть, в моем случае, например, да, то есть, если я отношусь все-таки к ответственным людям, вот, и чтобы вести онлайн-тренировки, например, да, одного человека проконсультировать, мне нужно было бы реально потратить кучу времени, да, чтобы, например, каждый тренировочный день его... То есть посетить ему время под каждый тренировочный день, например, для консультации. Вот, поэтому мне проще человека обучить, да, чтобы он был самостоятельным и дальше рос и применял свои знания, да, например, по практике, например, на себе, на учениках, вот, нежели то есть тратить кучу времени. Вот, онлайн-тренировка у нас, например, ценится, например, меньше, да, чем персоналка, хотя персоналка. То есть по трудоемкости будет намного меньше, чем, например, объяснить человеку там буквально по пальцам, например, как пристать, как тянуть и тому подобное, да, например, то есть по видео. Вот, когда проще, например, снять большой материал для всех, вот, и раздать его вот, с целью повышения квалификации и уровня знаний. Поэтому это самая, да, оптимальная модель, чтобы получить знания. Не люблю слово чемпионов. Получить знания от нас, то есть не просто действующих спортсменов, да, достигших результата, но реально знающих свое дело. Набрал я себе юных подаванов, вот, пока что тренируются люди. Вот, итак, формула успеха. Кто как считает, какая у нас формула успеха, то есть составляющая успеха, составляющая результата, то есть что нужно пауэрлифтеру для достижения успеха. Давайте напишем в чат, кто что думает. Труд, режим. Нет, нужно не в одно слово. То есть формула у нас же не из
из одной же переменной, правильно, состоит. Вот, тут уже более масштабно. Вот, так, желание, цель, средства. Средства, поверьте, это вообще самое последнее, что вам нужно. То есть, если под словом средства идут финансы, поверьте, это самое последнее, что необходимо для достижения цели в пауэрлифтинге. Главное, чтобы вам просто хватало деньги на просто на жизнь. Там не обжираться, там питаться супер-мега правильно, а просто питаться. Так, тренировки, питание, сон. Это для бодибилдеров. То есть это не то, что их это формула успеха, это их просто ну, график на каждый день. Итак, давайте теперь посмотрим мой взгляд на это дело. Итак, первое – это цель и мотивация, то есть о чем я и говорил. То есть перед тем, как чего-то достичь, нам нужно поставить цель. То есть, когда у нас есть цель, у нас есть мотивация, то есть желание к чему-то двигаться. Желание и мотивация тоже можно отнести к мотивации. То есть без мотивации не будет желания, опять же. Вот, поэтому цель, она же и мотивация, это неотъемлемая часть, и она у нас стоит на первом месте. То есть обращаем внимание на то, что у нас по порядку идет, то есть на убывание меньше и важнее. Далее тренировки, он же труд. Вот, то есть тренировки тренировками, то есть они могут быть разные, да, как я говорил, то есть первые 7 лет моих тренировок это были полная фигня, вот и халява. Поэтому я также подписал слово труд, потому что реально, то есть нужно на тренировках пахать. Но опять же, пахать нужно грамотно. То есть пахать, чтобы не перепахать, опять же. Вот, и в то же время то есть некоторые тоже, например, пашут, там делают все подряд. Вот, например, да, американская там, школа, да, там сайт и тому подобное. То есть смотришь у них, например, видео вообще у американцев. Куча грифов для приседа, куча грифов там для всего. Резинки и реверсивные, и такие, и сплинтов из резинок, и в силовой раме, стоя на плинтах, используя резинки, там чуть ли резинки не в разные стороны натянуты, и реверс, и не реверс. То есть, ну, все, что могу придумать, все используют. Блин, просто задуматься, то есть для чего это, и каждый это спортсмен делает, то есть поголовно. Такое ощущение, будто реально не думаю, то есть все, что знаю, все применяю в тренировочный процесс. Восстанавливаться и тому подобное, да, что там, что-нибудь выпью, съем, да, все восстановится. То есть на самом деле все не так, все намного сложнее. Вот, и не нужно куча подсобки для достижения результата. То есть для некоторых достаточно, например, в тяге какой-нибудь одной подсобки. Вот и все, то есть, и чтобы дальше, например, расти, например, то есть прогрессировать в технике, прогрессировать в результаты. Поэтому не нужно там что-то все в подряд, и поэтому, что касается пахоты, да, например, то есть пашешь ты пашешь, но пахать надо с умом. Далее, генетика, да, то есть то, о чем мы говорили, поэтому и так посвятил тому кучу времени, поэтому раскрывать этот вопрос не вижу смысла. Далее, питание. Сам питаю до сих пор еще пока что свое питание в норму не привел. Вот, если бы не груфу, так вообще бы была полная каша, но тем не менее. То есть питание у меня все равно. То есть ни графика, ни из-за работы, то есть из занятости не получается питаться правильно. Вот, и поэтому, опять же, если отталкиваться от моих результатов, то питание оно далеко на первом месте, конкретно в пауэрлифтинге стоять не будет, ну и не может, соответственно. Вот. Но это не значит, что оно, то есть на него нужно забивать. Питание это также здоровье тех же наших суставов, костей и тому подобное, и нашего гормонального фона. Вот. Поэтому питание, то есть какие-то элементарные, например, канон нужно соблюдать. По крайней мере, не ограничивать себя в жирах. Так, восстановление. То есть, кто там говорил, то есть,
спать, соответственно, нужно всегда стараться высыпаться, отдыхать просто там активно, пассивно, то есть отдыхать не только физически, но и, то есть голова должна тоже отдыхать от зала. Поэтому у нас все и как бы строится, то есть пахота восстановления, то есть напахался, вырос, то есть восстановился, появился результат, то есть это как бы и формула роста, скажем так, то есть труд восстановления. Если будет труд, 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 труд без восстановления, то не то, что не будет каких-то сдвигов положительных, но и можно отметить, наоборот, какие-то негативные изменения, то есть падение результатов, то есть вплоть до перетренированности. Ну, как правило, по ЦНС уже ощущается, что уже все, начинает крыша ехать, ничего не хочется. И вот, как, не знаю, как у девушек, наверное, в отдельные дни, скажем так. Вот, то есть сам себя не узнаю, что происходит. То есть раньше ты приходил с полным желанием, то есть рвать и метать, вот, а теперь тебе вообще не хочется. То есть хочется там, не знаю, там, лежать там в постели, смотреть фильм, там, не маме позвонить, пожаловаться на то, как все плохо и тому подобное. Вот, то есть смех смехом, а вполне до такого может дойти, если не акцентировать внимание на восстановлении. Так, полная формула. Это еще раз цель, мотивация, далее тренировки. Генетика, питание и восстановление. И тогда мы получаем тот уровень успеха, то есть где мы как наработали. Вот, итак. Кто у нас, соответственно, загорелся идеей? Всего этого, всех обучений и тому подобное, кто у нас? Уже давно горю. Звучит смешно, конечно. Отлично, нужен, нужен, нужен. Пишем, пишем, пишем. Кому интересно? Кому интересно, кому интересно. У нас, конечно же, есть сайт, пока что мы туда никуда не лезем. То есть я сейчас все расскажу, что да как. Опишу все пакеты, составляющие. Вот, прежде чем. Потому что если открыть сайт и просто посмотреть, вот, то есть мало вы чего поймете. То есть ценность пакета я сейчас все полностью опишу. Отлично. Так, кто пришел сюда работать на результат? Соответственно, это те же люди, я надеюсь, кто и загорелся всей идеей. Пишем мне плюсики, пишем я пришел, я хочу работать. Мне надо работать. Потому что я хочу быть лучше всех, хочу быть самым сильным, самым умным и самым крутым тренером хочу быть. Нужен, нужен, активнее, активнее, активнее. 100 человек. Кто еще готов? Еще 10 человек, как минимум, должны подписаться, да или нет. Я пока не готов. Ну, и это тоже стоило следовать. Вот. Не с России. У нас есть люди, которые тоже не из России, из Казахстана, есть из Штатов, которые заинтересованы этим вопросом. То есть удаленность это не проблема. То есть знание это, не знаю, это же там не что-то, что нужно там передать лично из рук в руки. Так, самое главное – это наши цели, как я и говорил. То есть цели – значит мотивация. То есть без целей мы ничего не достигнем. Поэтому наша цель – это достижение ваших целей. То есть от этого и зависит. То есть как так даже звучит, получается. Наши цели вытекают из ваших целей. То есть что вам нужно,
то и нам нужно. Логичный вопрос, почему все еще не знают этого, если есть много бесплатной информации, да, то есть о чем я говорил. То есть зачем нам платить за информацию, которая есть везде, то есть в интернете и тому подобное. Как я уже сказал, и вы сами с этим согласились, то, что в интернете куча шлака ненужного, то есть куча воды, куча не то что информации, но и куча дезинформации. Вот, поэтому, поэтому что, то есть, опять же напоминаю, нам пришлось все отфильтровать. То есть есть информация, и ее немало, то есть которая не то, что там взята из какого-то источника, то есть какие-то свои, например, методики, да, например, с тем же жимом, что я разбирал, то есть нигде это не написано, не расписано, то есть я до этого дошел и вам ее преподнес, то есть максимально разжевано, максимально понятно. Вот, даже пришлось там додуматься до каких-то макетов. Вот, соответственно, вот поэтому, чтобы избежать всех этих подводных камней, которые есть вот именно в общем доступе, да, то, чтобы уметь фильтровать, мы и даем вам те знания, ту информацию, которая необходима, которая реально рабочая. Вот, где-то там за качество отвечаю, как есть это всякие приколы. Вот, поэтому если, например, брать информацию из сетей, то есть риск, а он, как правило, самый большой, потому что самый больше, да, потому что больше информации, она, как бы уже шлак всякий, вот, поэтому есть риск нарваться не на компетентную информацию и тем самым, то есть в лучшем случае просто не спрогрессировать, в худшем случае травмироваться. Обойтись без тренера, да, как я говорил, то есть если есть у тебя тренер, то тебе реально, конечно, повезло. Вот. Поэтому обойтись без тренера невозможно, вот, но можно стать самому себе тренером. Вот, то есть, ну, понятное дело, что если тренер тебя, то есть максимально, там, например, заслужил тренер России, да, там, например, воспитал там, даже если не кучу спортсменов, например, ну, нескольких чемпионов мира ФПР, да, вот, то куда будет эффективнее, например, тренироваться с этим тренером, нежели, например, там, тренироваться самостоятельно, да, например, анализировать там технику по видео, там, то есть я лукавить не буду, то есть не буду там делать пропаганду, что типа вот, да наш курс намного лучше, там намного проще, нафига там тренер, да даже какой бы он там супер не был, там мы все равно, у нас все намного, все проще и круче. У нас все круто, у нас все просто, но тренер есть тренер, и без этого никак. Это все равно, что, например, нас всех сейчас там перекинуть весь, всех людей, например, на онлайн-обучение, да, например, там, перестать посещать там университеты, школы и тому подобное. То есть, ну, и в кого мы превратимся на самом деле. Вот, потому что тренер – это как минимум пинок под зад хороший, вот, чтобы ты не ленился. Вот, потому что даже ту же информацию ты можешь, как и в школе, например, там, всем дается одинаково, но есть двоечники, есть отличники, то есть кто-то ее хорошо усваивает, кто-то делает все, чтобы ее усвоить, да, ее понять, а кто-то ни хрена не делает. Вот, поэтому хотя бы лишь только для этого, то есть нужен тренер, да, который уже все знает, все переварил, и опять же, если ты ленивый, он тебе даст пендаля волшебного. Так, напишите, пожалуйста, две главные проблемы, то есть из-за которых именно которые вам мешают в достижении ваших целей в спорте. То есть у кого-то это работа, кто-то какая-то поздняя работа. Время. По поводу времени, опять же, да, то есть люди говорят, у меня, например, есть товарищ из Сургута. Это один из них заслуженный мастер спорта, чемпион мира, да, Евгений Васюков. То есть он и Машинцов Сергей, может, кто-то тоже его слышал. Я вообще считаю, что спортсмены сборников ФПР должны знать все пауэрлифтеры. Вот они только там, кто такой Юрий Белкин, Михаил Кокляев, Сарычев, Маланичев и тому подобное. То есть есть реально очень сильные, талантливые спортсмены, о которых
Должны знать все. Вот. И эти люди, просто к чему я говорю, то, что они работают также допоздна и приходят в зал к 9-10 часам вечера. То есть и уход туда после 12. Правило в среднем к часу. Это к тому, что как будто не хватает времени. То есть если тебе это надо, если ты реально хочешь, у тебя есть реально цель, которой ты готов идти, несмотря ни на что, вот, то я считаю, что там нехватка времени это... То есть на все можно найти время. Вот если там, например, тебе какая-нибудь там девочка понравится, да ты там, не знаю, все отменишь там и побежишь, например, на какое-нибудь свидание. Вот, то есть... А на тренировке как будто типа времени найдешь. Если не можешь найти время на тренировке, значит тебе не так они важны и нужны. Так. Конечно же, у нас с посетителей нашего вебинара есть две категории, но не обязательно две, но можно их разделить на тех, кто пришел просто хорошо провести время. Типа, о, блин, там же что-то Белкин ссылку там кидал, к примеру. Вот что-то нас сейчас зарегистрируют, быстренько посмотрю, что-то там делать нечего, или там ждать, пока там... Сейчас пока там фильм начнется, там, либо еще там что-то, там друга пока подождать, там что-нибудь посмотрю онлайн, там поугараю. Вот. И, соответственно, это те, кто провести хорошо время. Вот. И те, кто пришел за результатом, те, кто реально этого ждал, кто следил за новостями. Вот, если два в одном, ну, отлично. То умеет совмещать приятное с полезным. Вот, поэтому... Те, кто пришел за результатом, поэтому я бы хотел попросить, то есть те, кто пришел за результатом, остаться дальше, прослушивать далее онлайн наш вебинар, а тем, кто нет, ну тогда и смысла нет, соответственно. Поэтому останьтесь только те, кто пришел сюда за результатом. Так, делаю небольшую паузу, чтобы люди подумали, зачем они сюда пришли все-таки еще раз. Вот, вроде пока что участников не прибавилось, не убавилось. Что сюда? Все абсолютно пришли за результатом. А вот один ушел все-таки. Абсолютно. Саша Невский, ты ли это? Нет? Так, отлично, но вроде пока что у нас один ушел. Кто-то написал, сдался слабак, видимо, да? А связь оборвалась, может быть и поэтому. Еще у кого-то связь оборвалась, отлично, в кавычках. Вот. Кстати, по поводу из-за того, что если видишь, что-то подвисает, либо звук будет подвисать на будущее, сразу говорю то, что перезагружаем браузер, и все вернется на место. То есть пока что вроде как все нормально, да, связь, видео, все слышно. Вот, поэтому отлично. Так. Останьтесь, опять же, только те, кто давно хотел стать умным спортсменом и мечтал получить действительно ценный и полезный контент. Я думаю, здесь ничего не должно измениться. У нас еще один человек нас покинул. Вот. Так. Итак. Бонусы после эфира, да, о которых я говорил в самом начале. То есть это запись вебинара, которая будет доступна в течение 2 дней. И чек-листы от меня и Станислава Топорина также будут в качестве бонуса. Напоминаю, что у нас есть группа Facebook и ВКонтакте. Ссылочки я сейчас вам продемонстрирую, то есть вот они, то есть добавляемся в группы, мы будем стараться поддерживать там активность, выкладывать какие-то те же фрагменты с семинара возможные, и все анонсы также, то есть вебинаров и тому подобное, то есть все будет там, вся информация, то есть где будет, то есть вам это как по почте, да, например, вам сразу же ссылочка пришла. И не нужно лазить ни по каким аккаунтам, искать, когда же следующее и тому подобное. Так,
анонс нашей школы. Сама наша школа называется Strong by Strong, который включает в себя онлайн-курс «Умный пауэрлифтинг от 0 до 400». Итак, что же входит в наш курс? То есть продолжительность нашего курса – это от 1 месяца до 1,5 месяцев, то есть в зависимости от объема информации, которая вмещает в себя в пакет. То есть не только информация, но и контента, да, то есть контента и личных встреч и тому подобное. Итак, наш курс входит в 3 вводных онлайн-урока до начала своих основных модулей, 8 онлайн-модулей интенсива, выполнение домашних заданий ежедневно, эксклюзивный доступ в закрытое сообщество в мессенджерах и закрытых группах, дополнительные онлайн-занятия в мини-группах 3-4 человека с доверенным экспертом, куратором с онлайн-ответами на вопросы, ведение куратором проверки домашних заданий. Напоминаю, что тебе сразу уважение. Говорю о таком нюансе, что проверка домашних заданий, выполнение домашних заданий, она обязательна. То есть, когда я вам приводил пример, да, в качестве учебных заведений, да, например, что есть двоечники, есть отличники. Вот, то есть, по окончанию у нас будет выдача сертификата по окончанию онлайн-курса, вот, обучающего, но этот сертификат будет доступен не каждому, только лишь при сдаче аттестации. То есть, у нас будет 3 контрольных точки по аттестации, которые человек должен сдавать, то есть в случае не сдачи, да, то есть получается, что информацию он не усвоил, вот, поэтому это говорит о том, что мы даем вам информацию не только лишь как, знаете, как информацию, то есть с любой информацией нужно работать, то есть активно работать, пытаться ее применять, пытаться, не то что не пытаться, а применять, вот, и для этого, то есть то, как вы ее усваиваете, то есть для этого создано домашнее задание. То есть в случае чего, чтобы мы вас опять же направили на путь истины, скажем так, пускали, как, куда двигаться дальше. То есть для этого нужны домашние задания, то есть для обратной связи обязательно. Стоп, чуть не договорил. Также идите в мастер-майнд-сессии с куратором программы «Вопрос-ответ». То есть будет также вопрос-ответ только как консультации. И также сессия с экспертами, то есть с экспертами с нами и еще с экспертом приглашенным. То есть вы будете видеть не только нас, то есть меня и Станислава, вот, но еще и приглашенных экспертов, то есть каждый специализирующийся в своей сфере. То есть, как правило, это будут у нас травматологи, то есть люди, которые именно конкретно этим и занимаются. Также у нас тренинги и курсы – это витамины и добавки, травмы, подготовка к соревнованиям, экипировка и работа в межсезонье. Да, вот тут, кстати, пишут, если человек не усвоил информацию, он может пройти повторное обучение. Тут все как в университете получается. Вот, то есть повторное обучение это также, то есть видео у вас есть, да, они вам доступны, да, например. То есть видеоконтент, то есть вся текстовая информация. Вот. То, что касается нашей личной работы, то есть она у нас идет повторно. То есть мы тратим также свое время и все тому подобное. То есть если человек не усвоил за раз, вообще этот случай, я не знаю, если реально человек пришел за результатом и реально готов работать, и он будет работать, информация настолько пережеванная, то есть вот я вот когда, например, рассказывал тему про жим, вот, то есть, реально, как она оказалась, сложно для понимания. Я ее уже разжевал так, что даже, блин, не знаю, даже моя мама поняла, которая реально к этому ни к анатомии, ни к пауэрлифтингу, ни к чему не относится. Вот, поэтому наша информация, она не будет на каких-то там основных супер-мега-научных терминах, она будет очень понятна, и поэтому, то есть, нужно полностью вообще забить на все и ничего не делать, чтобы реально ее не понять. Поэтому тут как бы пугаться не стоит. Вот. Но все равно по поводу повторного обучения, то также будет, как и при университете. То есть, например, когда у тебя повторное обучение, ты также оплачиваешь. То есть, повторно, то есть, семестр, например, да, обучаешься, то, что у тебя также идет оплата повторно. Вот. Так. Так, что же
входит в наш курс. Это мастер-майнд сессии, психология и мотивация еще. То есть это уже у нас бонусы. Живые групповые тренировки с экспертами. Личная консультация эксперта. Программа подготовки к соревнованиям с травмами. То есть это отдельный подход, то есть в зависимости от пакета. Индивидуальная разработка схем питания от эксперта. То есть это у нас заниматься будет Станислав. Участие в соревновательных мероприятиях, проводимых экспертами. То есть, да, вот мы также проводим соревнования, тут уже, наверное, в курсе, например, те, кто особенно из Московской области или просто следят за новостями, там, моими или Кабанова, то есть у нас в праздничные дни, например, там, в честь 1 мая, в честь 9 мая, в честь, там, например, того же Дня города, все время проводят соревнования. Как правило, по жиму лежа, например, да, на открытом воздухе. Вот. И, к примеру, на таких соревнованиях, то есть вы можете выступить абсолютно бесплатно. Вот. Будем стараться даже делать призовые фонды на таких турнирах. И также не только лишь то есть проводимых на соревнованиях, нами проводимых, но и также, например, вместе с командой, да, например, можно будет выступить. То есть не скажу, что прям, то есть моя команда – это моя команда, да, то есть человек, прошедший курс, на попадание в нее не претендует. Вот. Но так как я вывожу свою команду, то есть также в зависимости от пакета, то есть я могу помочь человеку, то есть абсолютно полностью вывести его от приседа до тяги на соревнования. То есть также это, считаю, отличный и неоценимый бонус. Вот, бесценный бонус. И также бонус от создателя курса – это выдача сертификата. Вот то, что самое главное, о чем я и говорил, о прохождении курса, и кому он будет доступен, а кому нет, тоже уже сказал, да, то есть напоминаться не обязательно. Также в нашем курсе собрана максимально ценная информация для достижения ваших целей. Тоже то, что я уже говорил. Ну, то есть вся информация перелопачена, проверена. На практике не на одном человеке, на мне, на учениках, и на учениках других учеников, на учениках других тренеров. Вот, поэтому идем далее. Кто готов, не зная цены, прямо сейчас забронировать все места в онлайн-курсе. То есть идти с нами до результата. И опять же, не открывая сайт. Вот, где сейчас эта плата, но пока что плата не актуальна, то есть без скидок. Поэтому пишем готов, и пишем активно, и пишем быстрее. Кто-то пишет, что уже оплатил. Отлично. Это получается те люди, которые у нас с прошлых вебинаров. Ну же, люди, активнее. Не обязательно писать только готов. Если кто-то не готов, пишите не готов. Мне важна от вас активность. Что вы не спите, что вы смотрите. Нужен. Еще ответ. То вы не отвечаете, я уже начинаю засыпать. Александр Одинай. Чтобы потом все видео высылаем и отсылать всем. Вот, это, у себя на канале транслировать. Собирать просмотры. Тоже труд человеческий. Не особо цените. Так. Как проходит наше обучение, хотелось бы рассказать. К ценам чуть-чуть позже. Для школьников скидки. Сейчас вам все расскажу, то есть будут и скидки, и рассрочки, не переживайте. Видео, так, как проходит наше обучение, то есть видео, текстовые уроки, разделенные на модули, то есть в каждом модуле есть. Там все, сейчас скоро все расскажу, то есть что входит в модуль. Выполнение домашних заданий, без них дальше не идем. То есть, да, уже о чем я говорил. То есть домашки – это как наша, грубо говоря, мини-аттестация. Вот, проверка домашних заданий, мастер-майнд-сессии, онлайн-консультации, живые тренировки с экспертами. Также у нас есть закрытое сообщество.
Про закрытое сообщество тоже отдельно расскажу чуть позже. И вот теперь у нас состав модуля идет. Приседания жим-лежа, становая тяга. То есть в приседаниях, все о приседаниях, то есть подсобки, техника, основные моменты, то есть даже вплоть до правил выполнения, то есть соревновательных правил. Жим-лежа, становая тяга, растяжка, питание, план тренировок и также психология мотивации. Так, состав каждого модуля – это общая информация. Вот, кажется, о чем я говорил. Вот, подсобка, технические особенности и нюансы. Формат обучения. Это учимся, внедряем. Само собой, учимся, внедряем. То есть, как я еще говорил в самом начале вебинара, то есть, если не внедрять знания, то никакого толку от них не будет. Состав пакетов. Поехали. То есть, первый пакет – это интенсив старт. Да, то есть самый, скажем так, не элементарный, потому что здесь, в принципе, вся важная информация, она собрана. Вот. Вся информация собрана только просто с минимум, с минимальным нашим участием, скажем так, именно участием в плане живого участия. Итак, 3 вводных онлайн-урока для начала основных модулей. 8 онлайн-модулей выполнения домашних заданий. Эксклюзивный доступ в закрытое сообщество, в мессенджерах и закрытых группах. То есть, а сообщество, да, например. То есть, это сообщество, где собраны, скажем так, все ваши одногруппники, да, то есть, все, кто в этом потоке учится. То есть, и так же, как в школе, например, да, кто-то там учился лучше, кто-то хуже, и тот, кто чуть похуже, например, всегда там просил помощи и подсказки у того, кто усваивает информацию лучше, да, то есть, например, там, у отличника, там, например, те, кто не отличники, да, например, все время у них, например, просят помощи. То есть такая же ситуация, например, может быть и у нас сообщество, да, то есть можно задать вопросы. То есть там помимо ваших коллег будут и кураторы, то есть и мы в этих группах. Вот, и, соответственно, по мере знаний, по мере возможностей, то есть и вам, и мы будем на вопросы ваши отвечать. Так, контрольные точки с видеоотчетами, с проверкой куратором. То есть день знакомства и после каждого модуля. То есть, чтобы мы должны знать, да, что было и что стало, то есть в каком направлении человек двигается. Одна мастер-майнд-сессия с куратором программы по форме вопрос-ответ. Одна сессия с приглашенным экспертом. Тренинги и курсы. То есть тренинги и курсы, да, то есть, помните, это витамины. Там, психология, мотивация. Сейчас к этому вернемся. То есть выдача сертификата прохождения полного курса. По окончанию, то есть напоминаю, что да, то есть сертификат будет доступен только тем, кто полностью сдаст все аттестации. Итак, третий пакет профи. 3 вводных онлайн урока для начала основных модулей. То есть также у нас все остается. 8 онлайн модулей интенсива. Выполнение домашних заданий ежедневно. Эксклюзивный доступ в закрытое сообщество, в мессенджерах и закрытые группы. Да? То есть основная шапка та же самая. Ведение куратором проверки домашних заданий с письменными видеоотчетами ежедневно. Только теперь уже у нас 2 мастер-майнд-сессии с куратором в формате вопрос-ответ. 2 сессии с приглашенными экспертами. Вот, также тренинги и курсы. И по окончанию также у нас идет сертификат. То есть также у нас есть бонусы, прилагаемые к данному пакету. Это мастер-майнд-сессия «Психология и мотивация» отдельная, участие в соревновательных мероприятиях, проводимых экспертами, то есть то, о чем я говорил, живая групповая тренировка с экспертом. То есть у нас будет собираться группа небольшая, вот, то есть такая, чтобы можно было как бы и... То есть, например, если каждого, да, брать персонально, то просто мне времени не хватит физически, то есть я не смогу разорваться. Но в то же время, чтобы как-то и по времени успевать, и суметь, то есть не испортить качество, да, то есть самой тренировки, то есть успевать каждому уделять внимание. То есть эти группы будут, то есть примерно там из 3-5 человек, да. Вот, то есть далее доступ в закрытое сообщество на 3 месяца после окончания курса, то есть не только
во время курса, но и на 3 месяца после. Далее выдача сертификата прохождения полного курса, да, то есть о чем я уже говорил. И далее следующий VIP-пакет, то есть с максимальным контентом, с максимальной нашей личной работой. Да, кто-то пишет, что видно, что я устал. Дико извиняюсь, просто у меня еще сегодня соседи ночью не давали спать. Вот, пытался как-то спать, но не получилось. Так что сегодня, да, и после работы с утра и все тому подобное. Поэтому я прошу вас все время обратную связь в чате. Мне от этого легче намного. Вот, поэтому я продолжаю дальше. Так, VIP 3 вводных онлайн-урока до начала основных модулей. То есть также все остается. 8 онлайн-модулей интенсива, выполнение домашних заданий. Это обязательные, напоминаю. То есть каждый раз буду говорить, что это обязательно, обязательно, обязательно. Вот, эксклюзивный доступ в закрытое сообщество, мессенджерах и закрытых группах. Также дополнительные онлайн-занятия в мини-группах 3-4 человека с доверенным экспертом, куратором. С онлайн-ответами на вопросы. Введение куратором, проверка домашних заданий, письменных и видео с отчетами ежедневно. Вот, то есть на самом деле ежедневно тут не получится, потому что, во-первых, вы каждый день тренируетесь, это раз, а во-вторых, то есть у нас мы не будем выдавать вам информацию каждый день, так как вы просто ее не будете успевать усваивать. Вот, поэтому после каждой выданной информации, то есть будут у нас все отчеты письменные. Вот, далее, 3 мастер-майнд-сессии с куратором программы «Вопрос-ответ». То есть, напоминаю, да, что в прошлом пакете было их 2. 3 мастер-майнд-сессии с приглашенными экспертами. Также тренинги и курсы. И бонусы, что самое важное, да, то есть в данном пакете, это мастер-майнд-сессия «Психология, мотивация». 3 живые тренировки с экспертом, бонус. То есть 3 живые тренировки персонально. То есть напоминаю, точнее напоминаю, а уточняю, что в пакете профи, то есть у нас максимальный доступ это 30 человек, данный пакет VIP у нас только лишь 10 и только строго после собеседования. Вот, поэтому у нас идет индивидуальная, то есть сейчас тренировка не групповая, да, как в профи, а у нас идет индивидуально, то есть каждому мы занимаемся отдельно. Индивидуальная разработка схемы питания от эксперта. То есть тоже, то есть вам даже уже ничего составлять не придется. Личная консультация эксперта по Skype 30 минут. То есть не, даже не обязательно по Skype, то есть есть другие программы приложения, куда более эффективны, чем Skype, то есть в которых мы будем связываться. Программа подготовки к соревнованиям с травмами. Участие в соревновательных мероприятиях, проводимых экспертами. Доступ в закрытое сообщество на 3 месяца после окончания курса, да, тоже. Что и было в прошлом, выдача сертификата прохождения полного курса. Напоминаю, да, что выдача сертификата прохождения полного курса, неважно, VIP, там, профи или старт, неважно, сколько ты заплатил за пакет, то есть это также оценивается по итогам сдачи 3 аттестаций, то есть 3 контрольных точек. Так, если вы из другого города или другой страны, то есть такие у нас люди же, да, все правильно, то есть те, кто не в Москве, само собой есть. Вот. Те, кто из другой страны, кроме Казахстана, у нас кто еще здесь в чате? Беларусь. Рядом, рядом, рядом. Да, Украина, Украина, да, Украина у нас каждый день сидит и активно сидит. Минск. Кто еще есть из других стран? С Казахстана кто-то писал, что есть человек. Может, это он и покинул нас. Так, ладно, вроде пока все, да? То есть это все, кто не из России. Ух ты, Германия. Круто. Кыргызстан. Еще есть. Камышин. Камышин это вообще-то Россия. Волгоградская область, насколько я знаю. Нет. Коллеги оттуда. Несколько человек. Итак, что же вы будете уметь через 2 недели? То есть вы
знаете, что в технике не так и куда двигаться дальше. То есть за две недели мы вам даем всю информацию в модуле, что касается отдельных упражнений, то есть приседа, жима и тяги, да, и все, что к ним относится. То есть общая информация, техника и подсобки, то есть все сразу вы уже будете знать, что и как. Нет, курсы не две недели, слушаем дальше внимательнее. Еще через неделю, то есть у нас это то, что касается тренировочного процесса, то есть вы готовы к составлению тренировочного плана. То есть вы получили знания изначально, и теперь через неделю, то есть в течение недели вы еще получаете знания по планированию тренировки, то есть как применять те знания, что вы освоили в приседе, жиме и тяге, да, то, что, например, те же подсобки, как их применять в плане, как их вставлять, как их циклировать и тому подобное. По итогу обучения вы уже самостоятельный спортсмен. Опять же, только в том случае, если вы получили сертификат. А сертификат вы получили в каком случае? Когда вы все делали правильно, работали, выполняли домашние задания и сдали все аттестации. То есть, когда реально вами информация полностью усвоена, и вы реально готовы ее применять, и, в принципе, уже применяете и довольно-таки успешно применяете. Это то, что касается на месяц, да, то есть это относится, то есть 4 недели это на пакет старт интенсив, на пакет профи, то есть из-за большого контента нашей личной работы, да, вот, то есть в пакете профи он у нас продлевается на 1,5 месяца, данный пакет, то есть изначально я писал, да, то, что у нас курс длится от месяца до 1,5 месяцев, то есть вот такое различие. Итак, тоже такой самостоятельный спортсмен. Это вопрос вам, зрители. Кто что думает по этому поводу? Конечно, сейчас будут писать, что это тот, кто составляет себе план. По-любому так и будет писать. Ну-ну-ну-ну. Почему никто не пишет в чат? Это вопрос вам. Это не риторический вопрос. Не вопрос мне. Ау. Вообще слышно и видно, кстати. О, отлично. Настоящий спортсмен. Тот, который может оценивать себя и составлять все тренировки. Причем оценивать себя. Да, вот этот важный момент. Человек, который тренируется без тренера и составляет себе курсы, план тренировок, сам это человек, который тренируется без тренера, составляет себе курсы, то есть так и называется, как и написано. То есть человек, который, то есть сам себе тренер, это, в принципе, можно сказать, просто как тренер. То есть это человек, который способен увидеть, то есть если в твоем случае, да, если сам себе, то есть ошибки, исправить эти ошибки, то есть все изъяны, вот, то есть планировать нагрузки, чувствовать свой организм. Вот, то есть вовремя остановить себя, то есть вовремя где-то, наоборот, дать пинка себе под зад. То есть, если ты, например, ну, обленился немного, например, устал, но надо все равно сделать, там, например, там еще подход, там, или еще там, где-то все там, 3 подхода сделал и хватит. Нет, нифига не хватит, на самом деле. Если ты реально сам себе тренер, то ты себя заставишь сделать все полностью. То есть, весь план отработать до конца. Все верно, да, прислушаться к своему организму очень важно. Вот. Но не таким образом, что, блин, я сегодня вообще не поел, не буду сегодня тренироваться. Это называется, к организму не прислушался, а просто лишь забил на все, поленился и не пришел. Примерно представление есть. Если, например, не было, то, в принципе, саму идею я до вас донес, надеюсь. Итак, для пакета VIP, то есть 2 дополнительных недели, да, то, о чем я говорил, для индивидуального закрепления знаний. Вот, то есть поэтому там у нас много
нашей, то есть личной работы. Обязательно сдача трех промежуточных экзаменов. То есть это относится также ко всем. То есть без них сертификата не будет. Сколько же это может стоить? Так, внимание, все, кто спрашивали про ценник. Сколько же это будет стоить? Внимание, соответственно, как я говорил, да, еще не торопимся лезть на сайт, который я вот сейчас вам ссылку выдал. Эта ссылка еще не раз здесь появится, сразу скажу. Так, полная стоимость онлайн-курса, интенсив старт, 15 тысяч, это сразу говорю, без скидок. 15 тысяч профи, 22 тысячи, VIP 45 тысяч. Так, цена для самых быстрых скидка 20%, действует 48 часов. То есть в течение 2 суток она будет активна для тех, кто посетил наш вебинар. То есть интенсив старт у нас становится уже 12 тысяч, профи 17600 и VIP у нас будет 36 тысяч. То есть напоминаю, да, то есть если бы, например, люди бы, да, которые сейчас на вебинаре бы, новенькие, были бы на прошлом вебинаре или на позапрошлом вебинаре, вот, то у нас на прошлом вебинаре были скидки 25%. Вот, это как раз о важности досидеть до конца, как раз о чем я и говорил. Вот, и узнать о том бонусе, который вы получаете. Далее, и на позапрошлом, у нас, то есть на позапрошлом 30%, на прошлом 25%, на этом 20%. То есть в следующем вебинаре 20% там, или 30%. Вот, вы не получите, то есть имейте в виду, то есть чем ближе к старту курса, тем скидка будет ниже. Поэтому если у вас есть большое желание приобрести онлайн-курс, но в то же время как бы сэкономить, вот, поэтому лучше не тянуть. Итак, интенсив старт, еще раз. Одна мастер-майнд-сессия с куратором программы по форме. Вопрос-ответ. Одна сессия с приглашенным экспертом. Выдача сертификата о прохождении полного курса. По итогу сдача трех аттестаций. Опять же, профи. Две мастер-майнд-сессии с куратором программы «Вопрос-ответ». Это я вам не просто пишу что то, что там есть, а именно отличие. Две мастер-майнд-сессии с приглашенными экспертами. Бонус. Мастер-майнд-сессия «Психология мотивации». Бонус. Участие в соревновательных мероприятиях, проводимых экспертами. Также еще два бонуса. Живая групповая тренировка с экспертом. Доступ в закрытое сообщество на 3 месяца после окончания курса. Также по окончании выдачи сертификата о прохождении курса, также в случае сдачи всех контрольных точек. VIP – это дополнительные онлайн-занятия в мини-группах 3-4 человека с доверенным экспертом-куратором. Третье – мастер-майнд-сессия с куратором программы «Вопрос-ответ». 3 мастер-майнд-сессии с приглашенными экспертами. Бонус – мастер-майнд-сессия «Психология и мотивация». 3 живые тренировки с экспертами. Бонус. То есть также. Тут бонусы. Индивидуальная разработка схемы питания от эксперта. Личная консультация эксперта по Skype. 30-минутная программа подготовки к соревнованиям с травмами. Участие в соревнованиях, проводимых экспертами. Доступ в закрытое сообщество на 3 месяца после окончания курса. Также выдача сертификата по окончанию. Так, количество мест ограничено. Да? Я также напоминаю то, что в профи 30 человек у нас, только лишь набирается максимум VIP, 10 человек, и опять же строго после собеседования. Так, также сегодня действует не только скидка, но и рассрочка. Чтобы забронировать место в группе, можно внести предоплату. То есть интенсив старт 3000, профи 5000, VIP 5000, предоплата. Также, да, напоминаю, что цена у нас сейчас для самых быстрых, скидка 20%, которая действует в течение 2 суток. Это итого получается интенсив старт 12 тысяч, профи 17600, VIP 36 тысяч у нас будет стоить. Ну и, конечно же, принимайте решение уже сейчас, потому что, как я говорил, скидка пока еще действует, пока действуют все рассрочки. Вот, кому-то надо, конечно же, с этой мыслью еще переспать, и завтра уже будет понятно. Вот, но если реально желание есть, вот, и пока еще никто не отговорил, такие случаи, да, точно бывают. То есть, вот реально, если хочется, то делаем решение прямо сейчас, реально.
Также делайте заявку на обучение. Заявки у нас тоже обязательно. Опять же, страница оплаты. Это наш официальный вообще сайт. Наша школа strongbystrong.ru. Да, если забронировать сейчас, скидка будет? Конечно же, будет, да. Так, как оплатить еще раз? То есть у нас бывали случаи, когда человек хотел оплатить, люди хотели оплатить. Может, что-то там где-то путались, хотя там все, в принципе, элементарно, но мы подскажем, то есть все как делается, поэтапно. Итак, выбираем пакет. Один из трех, то есть мы уже изучили. Там еще раз написано, что да, какие бонусы, разницы и тому подобное. Выбираем заказать. Заказали. Далее. Мы вводим свои данные. То есть это электронная почта, ваше имя и ваш телефон. Пишем записаться. Далее мы уже выходим на страницу уже оплаты. Вот. Нажимаем кнопку оплатить. И вуаля. И поздравляю. И вы становитесь учеником нашей школы. То есть, то, что касается оплаты, все элементарно. Вообще, в принципе, все элементарно. Поэтому бронируйте место. Напоминаю, да, что всем, кто забронировал место заранее, скидка будет распространяться. Напоминаю, что количество мест ограничено. То есть, у нас в профи это 30 человек, VIP 10 человек. Страница оплаты, еще раз напоминаю, это strongbystrong.ru. Напоминаем, чем ближе к началу курса, тем скидка меньше, да, то, о чем я говорил. То есть, если брать позапрошлый вебинар, то скидка была больше, и линейная прогрессия, она уменьшается. Напоминаю, что мы работаем до результата, помните, да, что я говорил. То есть, наша цель зависит от ваших целей. Мы показали вам только маленькую часть информации. То есть в нашем вебинаре, за то, что все мы тему раскрываем, только лишь капля в море. Вот, поэтому вся самая ценная информация, все секреты, все фишки, то есть все собрано там. Все собрано в обучении. Поэтому информация, которая у нас, это только лишь 1%. Все, что будет там. А теперь представьте, что все, что вам не хватало для достижения ваших целей в спорте, вы теперь знаете. То есть это ваша мотивация, скажем так. Учиться в нашей школе – это так же, как и мотивация в любом учебном заведении. То есть ты также идешь в университет, пашешь, как я, например, все ждал, и прям уже представлял, как я там уже знаменитый дизайнер и тому подобное. Я архитектор, у меня куча заказов, и я там создаю какие-то там крутые здания и тому подобное. В итоге тут разговариваю с вами о тренерстве и тому подобное, вот облом, да? Конечно же, в вашем случае такого не будет. Вот, и поэтому еще раз я напоминаю по поводу, кстати, начала курса. То есть начало курса курс у нас стартует 5 февраля. Вот, еще раз, название нашей школы-то Strong. И название курса «Умный пауэрлифтинг от 0 до 400». Так, страница оплаты еще раз на нашем официальном сайте Strong. Цены те, что у нас без скидок, то есть 15, 22, 45 по пакетам. И цены со скидками. Имейте в виду, что нас ждут еще другие мастер-классы, соответственно, про которые я уже говорил, это 1 февраля. То есть он у нас будет итоговый мастер-класс перед началом потока, первого потока курса.
И он у нас будет, еще раз напоминаю. И также можем зафиксировать через слайд. Это 1 февраля. 1 февраля еще раз в 20:15 по московскому времени. Все наши вебинары, всегда мы делаем анонсы, они всегда по московскому времени, потому что некоторые иногда бывают, мало людей, но спрашивают то, что по какому времени, то есть по московскому или по московскому. Как у нас все в России принято по московскому времени считать, как правило. Итак, наконец-то ответы на вопросы. Мы до них дожили. Я до них дожил, скажем так. Теперь будет самое интересное для вас и для меня. Вот, это ответы на вопросы. Напоминаю, да, то, что все вопросы, которые скопились здесь, их всего лишь почему-то 24. Вот, объясните для инвалидов. Погнали. Если таз скручен вперед и сильный переразгиб поясницы. Перезгиб поясницы. Надо качать заднее бедро, ягодицы и пресс. А если еще и таз клюет, подворачивается при приседе внизу, надо тянуть бедро и ягодицы. Если таз подворачивается, вот, то, по-моему, про присед идет речь, не про тягу. И если поясница подворачивается, то есть таз идет вперед, клюет, как пишет тут у нас Денис, вот, нужно тянуть ягодичную мышцу. То есть задняя поверхность бедра тут никакой роли не играет. Задняя поверхность бедра и приводящие играют роль в тяге, то есть именно в статовом положении, в технике. Вот. Поэтому, если таз скручен вперед, если переразгиб поясницы, это у тебя, значит, воздушно-поясничная мышца укорочена. Вот. Тут как раз сегодня должен был про это Стас рассказать. Вот эту информацию. Поэтому эта информация будет отправлена, и вот лучше, Денис, как раз тебе, ее нужно будет подробно изучить, то есть что в этой ситуации делать. То есть гиперлордоз, я так понимаю, ты о нем говоришь, то есть таз клячен назад и сильно прогиб поясницы. Это самый основной признак укороченной подвздошно-поясничной мышцы. Вот, то есть это причина нарушения осанки. То есть не нужно там закачивать что-то. Так, далее. Подскажите, в негативной фазе на приседе немного трясет. В позитивной все хорошо. Каковы причины и как этого избежать? Задняя поверхность бедра, видимо, чуть-чуть сдает. Вот. Либо есть какие-нибудь... Бывает в случае травмы еще такая ситуация. То есть у меня было, да? Но она опять же... То есть мне также... Получается, трясло на опускании вниз, но потому что у меня была, то есть, боль, получается, в седалищном бугре, как раз под ягодицей. Вот, это также говорит о том, что, то есть, слабая задняя поверхность бедра. То есть, при боли мышцы, то есть, работа мышц частично выключается, да, то есть, это реакция организма на любую травму. Вот, то есть, и поэтому от слабости задней поверхности бедра также запросто может трясти. Вот, ну, помимо того, что... Какая-нибудь там бывает еще нестабильность, то есть по мозгу его еще что-то по этому поводу. Если это все исключено, что скорее всего исключено, то по причине слабости задней поверхности бедра. То есть, как правило, еще дисбаланс идет, например, квадрицепс мощно развит, задняя поверхность бедра нет. Начинает сильно трясти, то есть задняя поверхность бедра и ягодицы. То есть она у нас в негативной фазе. Больше всего ощущается, то есть ее работа. Ваше отношение к работе с резиной в подсобке, к жиму и тяге? Да как, не очень на самом деле, потому что резина только лишь в одном смысле. То есть только лишь в одном плане она полезна, лишь только для наработки скорости. Но опять же, как я говорю, то, что скорость нужно нарабатывать, то есть отдельно посвящать и тренировки, убивать на это время. И энергию, когда это можно делать, то есть скорость нарабатывать на разминке. То есть каждый подход, пока веса небольшие, то есть ты можешь максимально быстро развивать скорость снаряда. Вот. То есть на разминке ты как бы и отдельно внимание уделяешь скорости. Вот. Поэтому резинок можно избежать. То же самое и в тяге. Вот. То есть также если ну, что-то там тоже вот, блин, понапридумывали всякого. Теперь не знает, как, что с этим делать и как применять.
Стоит ли принимать фармакологию человек, который не собирается выступать, но очень любит заниматься пауэрлифтингом? Нет, конечно. Зачем, 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 зачем? Даже если человек выступает, то, блин, то есть фармакология это в любом случае, вот, то есть нагрузка на твою эндокринную систему, то есть на гормональную, как минимум, не говоря уже о печени, там, почках тоже, потому что, может, почки тоже затрагиваются в данной ситуации. Вот, то есть нафига подвергать такому стрессу организм, стрессу, мягко говоря, то есть если ты только собираешься выступать. Если ты просто собираешься выступать, ты можешь выступать в дивизионе допинг-контроля, да, если речь, например, идет об альтернативе. Вот. Если там тебе уже не хватает, там, например, чуть-чуть, чтобы вот-вот там снять там чей-то мировой рекорд, то есть реальный мировой рекорд, напоминаю, да, то есть я уже говорил о разнице между настоящими и непонятно какими мировыми рекордами, вот, то не пропагандирую, но это, например, уже будет как это, то есть уже более чем целесообразно. Вот. А в остальном вообще не вижу смысла. Привет. Проблема с плечом. Приседая как штангист. По-другому не могу. Выворачиваться плечо очень больно. Как лучше работать с высокой постановкой штанги? Больше ли работать на спину, а именно на низ и квадры? Да, то есть при высоком положении квадры работают более активно. Вот, если с высоким положением штанги, да, то есть на плечах, то лучше на трапецию сильно заваливать корпус, то большой риск округления грудного отдела. То есть ты сам чувствуешь то, что грудной отдел припускается. Поэтому нужно максимально всеми усилиями этот грудной отдел подсобрать. Вот. И для этого нужно делать что? То есть все равно стараться сделать хват поменьше, вот, чтобы лопатки подсобрались. Вот, то есть поуже. И тоже там над дыханием и над осанкой, то есть поработать над усилением статики, да, в грудном отделе. Те же, например, наклончики тоже можно делать, сидя, например, ну, стоя, это считается травмоопасным, вот сидя. Наклоны можно поделать тоже со штангой для укрепления спины. Помогает ли взрывная сила ног в тяге и приседе, если отдельно тренировать ее? Будет ли общий прогресс силовых показателей? То есть про взрывную силу то каким образом? То есть прыжки, плиометрика. То есть запрыгивание на тумбу, что ли, если речь идет об этом, вот, то, ну, блин, взрывная сила это она не только лишь в тяжелоатлетике, то есть в пауэрлифтинге, само собой, то есть есть люди, которые, как я уже говорил, то есть отдельно посвящают тренировки для наработки скорости, вот, поэтому тренировка, ну, то есть взрывная сила напрямую реально помогает в результатах. Вот, но отдельно тренировать ее, смотря каким образом. То есть, если брать, например, те же там выпрыгивания со штангой, тут надо тоже очень быть внимательным, чтобы не схлопотать травму на самом деле. То есть каким образом скорость тренировать, я уже говорил, да? Мы берем разминку, то есть и на самой разминке начинаем разминаться с максимальной, да? С максимальной скоростью на подъеме. Просто некоторые еще думают, что надо и быстрее опускаться. Нет, нужно вот именно на подъем, то есть максимально вкладываться и развивать скорость. Пауэрлифтинг с межпозвоночной грыжей возможен, и много кто с грыжами тренируется и выигрывают. Возможно, это вопрос из чата. Если на срыв тяги в саму корпус не клюет, вперед только в том случае, когда таз опускается ниже параллели. Тогда нет срыва. Так, вопрос не очень понятен, как-то странно. Если на срыве в тяге сумо корпус не клюет вперед, только в том случае, когда таз опускается ниже параллели. А, все, теперь понял. Окей. Вот тогда нет срыва. Но все верно. Если ты ниже параллели опускаешься,
Вот, в тяге, в доседе. Тогда получается это не тяга, а присед со штангой в руках. Это так называют, либо присед плие еще можно назвать. Вот. Что посоветуешь делать, чтобы на срыве таз был выше параллели, а при этом корпус не клевал и было комфортно срывать? Нужно, во-первых, тянуться, это раз. Вот, то есть чем ты будешь более мобильным, тем у тебя, то есть получается, если задняя поверхность бедра растянута хорошо, то есть ягодицы там никак не скатываются на мобильности в сумму, потому что получается у нас идет разворот бедра, то есть отведение бедра, и ягодица теряет свое натяжение. Вот, то есть там она ниже точки находится, то есть очень даже выгодно для себя положение находится. Ну и остается тогда получается тянуть заднюю поверхность бедра и большую приводящую еще очень важно тянуть. Вообще приводящую нужно тянуть очень хорошо. Чтобы сделать корпус вертикальнее, я так понимаю, с этой целью, ну, осуществляется более глубокий подсев. Не нужно ниже подсаживаться, нужно ближе таз подводить к штанге. То есть это нужно делать за счет гибкости, поэтому нужно тянуться. Скажи о последовательности включения мышечных групп при тяге в сумо с конечной фазой раскрытия за счет ягодичных мышц. А не разгибать ли, нужно ли напрягать мышцы спины и пресса? Вот только на вторую часть вопроса отвечу да. То есть полностью все мышцы, стабилизирующие позвоночник, все мышцы кора должны быть в напряжении. То есть мышцы спины, мышцы пресса, все должно быть в напряжении. То есть, если мышца будет напряжена, да, например, вот взять, например, расслабленную мышцу, то есть, например, пресс, да, вот, например, это бумага, то есть пресс, и нам, например, нужно спину согнуть, а пресс у нас не держит, то есть он расслаблен, то есть спина спокойно сгибается, да. Берем какую-нибудь коробочку, вот, то, чтобы пожестче, то есть у нас будет спина наклоняться, а пресс будет за счет своего напряжения будет держать позвоночник. То есть даже если разгибатель позвоночника будет немного не справляться, то пресс нас спасет ситуацию. Вот поэтому пресс он необходим. То есть вообще мышцы кора необходимы. То есть единовременное напряжение, то она дает нашей спине держаться ровно под нагрузкой. Расскажи про... Так, выпускать воздух изо рта на мертвых точках. В смысле выпускать воздух изо рта на мертвых точках? Лучше все делать на задержке дыхания на самом деле. Эффективнее всего, потому что выдохнуть можно еще, блядь, раньше, чем ты поднял. А если ты выдохнешь раньше, чем поднял, то ты уже не поднимешь. Расскажи про подсобку для троеборца. Какие упражнения считаешь наиболее эффективными? Тут в зависимости от техники. Вот. На самом деле эффективных подсобок-то не так уж и много. Самое эффективное, это, конечно же, сам присед, жим и тяга, то есть вариация их объемов. Вот. И, соответственно, есть всякие тяги, свис, классика для сумо. Все это будет рассказываться на курсах, на обучающих. Все вы там узнаете. Как правильно разминаться? Нужно ли бегать? Махи различные. Бегать не обязательно, нужно то есть с основной гимнастикой размяться, то есть согреться. Вот, так как с повышением температуры тела более будет активно вырабатываться синовиальная жидкость, то есть межсуставная жидкость. Поэтому с целью сохранения также ваших суставов вот, нужно обязательно хорошо разминаться и желательно с основной гимнастикой. Те же махи, то есть, например, какие-нибудь динамическая какая-нибудь растяжка такая. То есть, ну, прям не полноценная растяжка, а небольшая разминочная. Можно ли тренировать тягу в сумо 2 раза в неделю при трехдневном сплите? Можно в случае чередования. То есть прям каждую неделю 2 раза тянуть не рекомендовал бы. Вот. А тут еще главное, блин, грамотно варьировать нагрузку. Тут так совсем никуда не уйдешь. Что делать, если на больших весах начинает тянуть вперед, и движение получается по дуге?
что я пока это нужно видеть, что стяга так просто по дуге, и что вообще происходит, я вообще даже не представляю. То есть поэтому я не могу дать ответ, что делать в таком случае. Правильно тогда я делаю, если на сриве напрягаю все, кроме рук, плеч широчайшие, опускаю. Опускаю плечи вниз, проходя колени, включая отдельно квадрицепс. Отдельно квадрицепс, включая, проходя колени. И на раскрытии напрягая ягодичные икры, чтобы не качало и заваливало вперед. Секретики пошли. Не понял я про включение квадрицепса после колен, на самом деле, на прохождении колен. То есть квадрицепс у нас работает от начала и почти до конца. Ягодицы от начала и до конца, и без всяких, без почти. Вот, то есть, да, у нас руки все должны быть расслаблены. Тут на самом деле, блин, сложно тут порядок включения мышц, то есть реально самостоятельно его как-то уловить. Вот, это нужно просто думать о движении и о том, что должно работать, и то, что не нужно. То есть просто вот если в тяге вообще, например, плечи втягивать надо, то есть что там вообще там как бы работать не должно, то оно и работать не должно, только ты на это должен концентрироваться. Если, например, мышцы, например, там какой-то порядок включения, порядок включения ты думать не должен, должен только лишь, что эти мышцы, то есть они работают, а они у тебя включатся сами там, где надо. Вот, тут надо движение нарабатывать. То есть, соответственно, при правильном движении мышцы сделают ту самую правильную работу. То есть тут какая-то совсем ненужное копание происходит на самом деле. Какие программы для троеборца вы знаете, можете посоветовать? Одна хорошая программа. Честно говоря, малая программа для троеборцев изучал. Даже практически не изучал, потому что когда я пошел к своему тренеру, вся полностью его методика меня устраивала. Дальше, когда тренировался без него, я тренировался по его методике, потом потихонечку стал, ну, с появлением собственных знаний и опыта добавлять что-то свое, что-то убирать, что-то добавлять. Вот. Но в целом объем выполненной работы у меня остался прежним. Вот. То есть самое главное – это тоннаж, то есть выполненный. Вот. Но при этом, то есть тоннаж должен выполнен быть без всяких беспредельных подходов. Вот. То есть если ты работаешь на какой-то около отказный подход, скажем так, то это должен быть он только лишь один на тренировку. Еще такой вопрос. Насколько широко в сумо оптимально ставить ноги? Сколько градусов стоит разворачивать стопы, колени в стороны? Блин, люди, вы тоже так спрашиваете такой вопрос. Я же не вижу. То есть человека под каждого все индивидуально. Чем длиннее ноги и рост, тем надо будет, ну и соответственно при условии, что у вас есть хорошая мобильность, то ноги надо ставить как можно шире. Если антропометрия, как я говорил, больше такая для приседа, для жима, то там либо классика, либо сумо таким с очень узким с очень узкой постановкой ног. Поэтому тут и будет зависеть как бы разворот стопы. Чем шире, тем больше разворачиваешь, тем уже, тем больше к центру получается мысок разворачивается. Гнет на приседе, когда идут большие веса опять, да, повторяется. 2-3 повторения. Что посоветуешь сделать? Если гнет на приседе, значит, какой-то технический изъян в первую очередь. Где-то, получается, избыточно заваливается спина. Вот, видимо, скорее всего, на момент вставания. Если гнет на приседе на момент опускания, то тоже техническая ошибка. Если на момент вставания, то тоже техническая ошибка, как правило. Потому что во время вставания квадрицепс не всегда вывозит нагрузку. Вот, и у нас таз автоматом выстреливает вверх, и наклон корпуса резко изменяется. Вот, на более горизонтальный. Тут поэтому начинает гнуть спину, да, например. Вот, поэтому нужно работать над квадрицепсом и техники больше внимания уделять. Ну, вот усиливать квадрицепс, например, тем же каким-нибудь фронтальными приседами, как правило. Вот, либо включить, например, бинты. Если, например, это без экипировочный присед, то бинты, например, очень даже хорошо компенсируют работу квадрицепса, вот, и позволяют более технично работать. Может быть, есть смысл просто уже начать работать в бинтах, вот и все. Опять же, если это речь идет о без экипировочном приседе.
Как лучше расставить присед и тягу в недельном цикле? Тут в чате пишет. Присед, тяга, присед. То есть два приседа в неделю, например, тяга один раз в неделю. Вот таким образом. Если, например, три тренировки в неделю. Как начинать после длительного перерыва? 6 месяцев. Как наиболее эффективно вернуться к пику? Вот сейчас расскажу. То есть как начинать? Так, отвечая на последние 2-3 вопроса, наш эфир подходит к концу. Сейчас быстренько вот расскажу, потому что многие после перерыва начинают тренироваться. Неважно, 6 месяцев это либо чуть поменьше. Вот, то есть когда перерыв, когда, например, там от месяца и более, ты ничего не делаешь. Вот, то есть нужно делать таким образом. Сначала аккуратно, на небольших весах. Вот, это буквально даже меньше 50%. То есть ты работаешь объемно. Там даже до 10 повторений достигая. Вот, соответственно, чем больше повторений, тем меньше подходов у нас будет. То есть 3-4 подхода, например. Вот, то есть какое-то время с этим работаешь и постепенно со временем начинаешь. То есть, получается, много работы в тренажерах, например, там подкачки, закачки и тому подобное. Вот, чтобы быстрее вернуть мышечный тонус. И со временем, то есть веса будут расти, повторения уменьшаться и подходы увеличиваться. То есть вот таким образом потихоньку ты и переходишь. То есть сначала с объемной работой, что такое ближе к бодибилдингу, но все равно не бодибилдинг, потому что мышцы уже, скажем так, атрофированы. Вот. Но есть такое понятие, да, например, как мышечная память, да, то есть вот, то есть ты раньше приседал, например, 300, понятно, что через 6 месяцев ты 300 не присядешь, да, без подготовки и тому подобное. Например, те же 200, например, то присесть можешь точно. Вот. Но так как мышцы полностью расслаблены, вот есть и риск получить травму позвоночника того же. То есть ты будешь такой более нестабильный. Вот. Поэтому нужно потихонечку возвращать мышечный тонус и потихоньку-потихоньку уходить на веса. Почему-то вопросы задают почти одни и те же люди. Жаль, на самом деле. После жима появляется неприятное чувство в области шеи и трапеции. Как разгружать себя после тяжелых тренировок? Как бороться с нервным напряжением? Спасибо. Вот как раз таки эту тему вам будет выдана Станиславом. То есть вы, она будет вам полезна для изучения. Как раз таки то, что касается миофасциалки, расслабления и тому подобное. То есть там все будет, поэтому тут даже я могу не отвечать. Эффективен ли последний вопрос? Друзья, сразу предупреждаю. Эффективен ли в целом микроцикл? Если он понедельник. Блин, пролистывают. Если. Так, если он понедельник. Смотрите, тяжелый или средний, и легкий жим в среду. Если тяжелый или средний. И легкий жим, в среду тяга и рывковое движение. Зачем рывковое движение делать? В пятницу легкий присед или многоповторный. И основной присед с подсобками. Что-то не очень я понял, честно говоря, вопрос. Вот, потому что легкий, но в то же время потом основной присед с подсобками. Как оно там может быть? Так, извините, просто реально. Это все в кучу, видимо, в терапиях писалось, что быстро вылезло. Но я вообще тут прям запутался на самом деле. Как считаешь, рационально ли так делать на первой неделе? Делать тяжелую легкую тягу, на второй только легкую, на третьей среднюю и легкую, и так чередовать? Ну, как бы и да, и нет. Потому что ты все равно должен напахиваться, а ты, получается, то есть сделал тяжелую. То есть так, получается, на самом деле делается разгрузка перед соревнованием. То есть ты каждой тяжелой тяге, да, получается, ты пытаешься добиться суперкомпенсации, то, собственно говоря, ее и добиваешься. Только так, блин, ты будешь расти очень медленно, на самом деле. Вот, ты должен все время напахиваться, и эта пахота должна все время ощущаться, все равно легкая, то есть пахота должна ощущаться. То есть ты сначала пашешь, 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 и чувствуешь, что где-то
То есть дал борща чуть-чуть, например, делаешь периодизацию недельку, потом опять, например, начинаешь в обратном режиме, и уже перед соревнованием ты начинаешь разгружаться. То есть даже прикидочки у тебя там какие-то должны быть небольшие, они на фоне должны быть утомления, а ты все время себя вводишь в состояние, например, суперкомпенсации. То есть это неправильно. Это, например, это план для ленивого, скажем так, вот, и никуда не торопящегося человека. Так, друзья, мы подводим наш семинар к концу, точнее, вебинар. Время, к сожалению, закончилось. Вот, всем спасибо, кто пришел. Большое спасибо за вопросы. Надеюсь, в следующий раз будет вопросов больше, в том плане, что они будут больше от разных людей, а не буквально там 6-10 людей, которые задают, спрашивают свои вопросы, то есть самые любопытные. Вот. Еще раз всем спасибо. Всем спасибо за понимание, кто заметил, что я был уставший, но тем не менее, да вообще, если замечаю, значит, вам не все равно, что со мной происходит. Поэтому еще раз спасибо за внимание и пока. Буду вас ждать на следующем вебинаре 1 февраля.